Guilty Gear Exile. Guilty Gear Exile. その世界に足を踏み入れた賢者がいた。その者は身震いを抑えこう語った。この地に人の悪意が触れてはならない。賢者はバックヤードを一冊の本に封じ込め現世から遠ざけた。その危険な世界に決して人の手が及ばぬよう、かくしてバックヤードへの道は閉ざされ、人知れず世の中は平穏を得ることとなった。しかしこの時は賢者ですら知る由もなかった。本に近づくものではなく、本から出てくるものがいることを。私はラムレザル・バレンタイン。これより全世界に宣戦布告する。あなた方出来損ないの人形どもは全て根絶やしにする。未来を悲観しろ。Guilty Gear Exile. この世の真な万象を定義する世界、バックヤード。そこで定められたことは全て実現する。良いことも悪いことも、創造も破滅も、あるいは混沌でさえも。遠い昔その世界に足を踏み入れた賢者がいた。その者は身震いを抑えこう語った。この地に人の悪意が触れてはならない。賢者はバックヤードを一冊の本に封じ込め現世から遠ざけた。その危険な世界に決して人の手が及ばぬよう、かくしてバックヤードへの道は閉ざされ、人知れず世の中は平穏を得ることとなった。しかしこの時は賢者ですら知る由もなかった。本に近づくものではなく、本から出てくるものがいることを。私はラムレザル・バレンタイン。これより全世界に宣戦布告する。あなた方出来損ないの人形どもは全て根絶やしにする。未来を悲観しろ。
О, да, забыл микрофон включить. Еще раз всем привет. Всем здорово, всех рад видеть. Давно не виделись. Куча народа отстримила до меня с донесены. Вот лично я с вами давно не виделся. Уже, наверное, недели две почти. Очень рад вас видеть в нашем донесенчике в кругу Guilty Gear. Меня зовут Гога. Сегодня мы поиграем в Денисен по Guilty Gear Xrd. Я сегодня попытался подключиться не на PlayStation 3, как все время предыдущее, а на PlayStation 4. Не знаю, как это на чем-то скажется. Но вот я поступил так. Так, посмотрим. Да, сегодня Денисен. Сегодня играем третий, четвертый, пятый данный, как пойдет. Если что-то будет не так, то мы устроим замечательные матчи показные. Позовем крутанов. Я надеюсь, они мне не откажут в этом. Так, погодите, у меня немножко все настройки сбились с последних разов, так что я буду поднастраиваться. Если что-то с микрофоном не так, например, можешь сделать музыку потише, меня погромче, или наоборот, меня потише и музыку потише, вы мне говорите, потому что сейчас все настройки сбросились, и я не знаю, как я звучу, выгляжу и остальное. Так, и плюс мне меню PlayStation 4 пока не настолько близко, чтобы я в нем не втыкал и не разбирался по ходу дела. Так. Смотрим. Так, ой, здесь у нас подтверждать нужно R2, а не старт там. Как это было раньше. Так, serious матчи, да, очень serious. Все правильно. Я вот единственное, что настройки собью, чтобы с нуля. Потому что не все, даже у нас двоечки бывают, попадаются. Правда, по-моему, это ни на что никогда не влияло. И все даже с более плохим коннектом подсоединялись. Выбираю пока себе другого персонажика. Начинаем с третьих данов сегодня и идем вверх. Видите, да, у меня на PlayStation 4 до сих пор даже не открыт персонажа. Несмотря на то, что я пытался активировать и использовать DLC с третьей Соньки, у меня ничего не получилось. Причем с разных аккаунтов. Но и Розиэль поделился, не прокатило. И свой старый я смог активировать, тоже не прокатило. Так что пока я печальный, но смирился с этим делом. Выберу аренку какую-нибудь. Мне вот это очень нравится. Есть парочку, как так, мне все арены нравятся, но вот народ не может иногда играть на активно движущихся. Так, есть музыка, давайте почитаю чат. Когда посещу ПК, я туда захожу, но мало, потому что там мне не нравится перезагружать игру регулярно. Это напрягает. Тем более, вот пока на PlayStation'ах есть с кем играть, более чем. Никаких проблем в этом не вижу. Музыку игры на минимум. Ну, чтобы выловить меня на ПК конкретно, поиграть со мной, лучше мне куда-нибудь написать, либо в скайпик, либо ВКонтакте, либо на форуме. Так просто меня можно долго ждать. Ну, если получается, может быть, надо... Мне ноутбук, я не знаю. По ноутбуке сейчас оптимизирует мало кто. И, может быть, из-за этого какие-то проблемы дополнительные. Либо просто в настройках надо что-то поубавить. Надо подумать, поэкспериментировать. Что со звуком? Я не понял. Она есть, я понял. У меня реально просадка начинается с FPS минут через 15-20 игры. То есть там уже нет стабильных 60 FPS, он опускается до 58, иногда там до 57, до 56. Я дальше просто уже не ждал, выключал. Может и ниже опустится. Я не знаю, с чем это связано. У меня таких так игры себя не ведут обычно. Перегревается вряд ли. Он у меня дополнительно охлаждается. И в общем-то для него это невеликая нагрузка. Уж Guilty Gear-то. Напомните мне, что с музыкой, с изображением, все ли нормально. Ох, сколько сегодня народ прибежал, это очень круто.
Единственное, что я еще хотел бобра дождаться, но его пока не слышно, не видно. Сейчас, секундочку, я его все-таки постучу к нему. Друг мой бобр, ты где? Давно мы тебя не слышали. Кто-то тебя хейтит, кто-то наоборот тебя ждет уже тысячу лет, затаив дыхание. Я тоже тебя хочу увидеть. Отлично, что вы рекламировали. Вообще у нас сейчас очень много зрителей, блин, прям безумно круто. Правда, в эксплите писала, а здесь я могу только по чату судить. Так, народ прибывает. Килл подсел. Сейчас я табличку гляну. Кстати, Килл, я твоей программой не пользуюсь пока что. Я потерял к ней доступ, во-первых. Во-вторых, я не знаю, пользоваться мне получится или не получится. Скинь мне ссылочку. Так, давайте найду в скайпике. А, ну ладно, я вроде бы нашел свой сайт. Overkill013.ru. В принципе, ничего сложного. Так, как этим пользоваться? Сейчас я еще раз попробую сайтом воспользоваться, получится ли у меня. Так. На деньги, на победы, Денисен, хорошо. Денисен, как мне таблицами управляться? Да, давай. Алло, да. Алло. Привет, привет. Здорово, здорово. Я говорю твою руму, я пока это самое. Ой, твою программку. Как ее, куда? Так а что там, все просто. Ты зашел, если пароль ввел, там как бы плюсики, минусики и все. Ввел. Опять ищу твой пароль, я где-то у меня... Я тебе выслал его в скайпе. В скайпе заново, да? А, все, нашел, точно. Так, захожу на этот сайт. Да, там только первую страницу надо выбрать, где он вводится. Первая страница. Сейчас, ребята, секунду. А, нашел. Надо будет как-то мне куда-то деть. Записать блокнотик, пока я наизусть не выучу. Так. Ну, пароль как бы там, он сохраняется в браузере, поэтому его, в принципе, я его ни разу не вводил с тех пор. Так, вот, он сделал вид, что что-то произошло. Сейчас надо проверить, могу ли я менять. Вообще должен. Так, а как мне узнать F5, да, проверить? Не-не-не, оно само обновится. Как только плюсик там нажмешь, подожди просто чуть-чуть. Он... Там есть задержка 1.5 секунды. А, то теперь не надо F5 нажимать. Нет, не надо. Вот, ошибись. Так, ну-ка. Еще два... А, вот, понял. А главное, не спешите, а то лишнего понаделаешь. Работает? Да, похоже, что все отлично. Так, здесь все люди, да, точно участвующие? Абсолютно. Прекрасно. Так, ну что? Бобр, ты к нам идешь или как? Ну давай, погнали, а подойдет потом, не подойдет. Давай, мы сейчас подключу сюда, и мы начнем. Без проблем сейчас. Так, добавить часик эту звонку, да, у нас есть такое. И добавим нашего бобра. Где же он? Есть. Ну все тогда, сейчас поехали. Поехали. Ну что же, все, кто пришли, давайте. Гол-гол. Кто у нас сегодня? Силф пришел. А что, Силф у нас упал в прошлый раз, да? Давай, наверное, огласим, кто у нас в третьих данных. Это у нас Шимриад, Чек Йо Блад, Краймсон Фанки, Ирлов Дишес, Get This and Die, Грей, Last Angel, Matt and Cheerful, Розиэль, Руфус, Син, Спирит, БТН, Канжу же добавился, ничего себе. Деха Зеро, Фил, Глаз, Кьё, Лита, Фидоскин, Бобр, соответственно. Сильф Спейди, Субаса Кнайт и все. Так, Бобр сказал, что он к нам сегодня не подконнектится. И вообще он сегодня без звука играет. Ой. Я киллот нечаянно выкинул. Так, вот, огласили всех участников. Я знаю, что сейчас Get This and Die играет очень много на
я ПК. Ворвался. Дайте, извини, выкинул. Играет на ПК. Сегодня у меня первый стрим полноценный на ОБС идет. Чё ты прыгаешь ты с них туда-сюда? Какой смысл? Нравится мне. Да? Да. Не, ладно. Это последний раз у меня просто сдохла лицензия. Сдохла лицензия? Да. Забавно. Так. Омега Син Канджуджа. Конж таки тарахтит на сине. И, как я понял, удачно, раз он в третьем дане. Как ты, не следил? Нет, за... нет. Но вообще он доминирует в последнее время, на самом деле. Вот, я смотрю, он очень хорош. Я просто проводил только один-единственный дан, когда он был на сине. Вот, и это было, наверное, два дана или один дан назад. То есть был он в предыдущих данах и, в принципе, ничего сверхъестественного не показывал. И мне казалось, что зря он соло бросил, но раз добрался, значит может. Да, 30-й рума сейчас полностью, по-моему, забита, поэтому, может быть, из-за этого не отображается у некоторых. И, может быть, вы смотрите 30-ю руму не в российском лобби. Проверьте это тоже. Вот, ребята на SSC2 TV сообщают, что конж доминирует, как бы, и вообще... Демон. Все супер-пупер, да. Так. О, можно развернуть чатик. Классно. Теперь я вижу все намного лучше. Но вот пока я смотрю, он не особо доминирует. Он лежит в углу, получает вейк. Правда, Омега Син вифнул слэшом. Мы играем на PlayStation 3 и PlayStation 4, так что если вы играете на компьютере, то вы эту комнату и не увидите. Вот так еще. Да. Теперь нужно говорить об этом. Но Омега Син легко забрал бой. Я только начал говорить, что да, он вифнул слэшом, и там на самом деле нужно вбивать сразу Option Select на эту ситуацию, которую я сам к ним привыкнуть до сих пор не могу. Вот. Но, тем не менее, это ему не помешало. Так, ты проставил? Так, мне говорят, что... Так, я еще не проставил, сейчас, секундочку. А, вот мне говорят, Гог, мне пишет Руфу, что Гога вашу руму с PS3 не видно. Мне показывают, что в 30-й лобби один человек. Ох, я не думал, что с PS4 такие проблемы, вроде не наблюдалось до этого. Вообще не было. А рума просто уже на самом деле полная. Так ты что ж с PS3, правильно? Я, да, я в нее так, зашел я с думаю, PS3. Там почти все с PS3. Так что очень странно это все. Канджуджи у нас проиграл сейчас? А, да, конж проиграл Омега Сину. Много син, ничего себе. Который просто син, насколько я помню. Если ты наведешь на никнейм, чуть-чуть подержишь, буквально секунду, там высветится PSN. Ну так, меня не отображается почему-то. Что не отображается? PSN. Ну, если навести мышкой, я говорю, я наверное... Ну, для меня все работает. У меня почему-то нет, ладно, переживу. Да, ну... Можешь, на самом деле, на всякий случай, там, Ctrl F5 нажать, чтобы кэш обновился. Может, я там что-то менял, угу, когда хорошо. Тебя давно не было, я там... Помудрил. Да, было там, я сортировки вводил, там, чтобы... Ох, как попал, хорошо сейчас. Магазин хайслэшем по сидячему акселю. И кончил его. У меня обновилась табличка, кстати. Все, ты прибавил сину, да, единицу, и у конжа минус один. Табличка сама обновляется раз в 45 секунд и обновляется каждый раз, когда ты жмешь что-нибудь. Угу. То есть раз в 45 секунд она обновляется у зрителей, а у того, кто с ней работает, она при каждом нажатии сразу обновляется. Так, Спейди стремится, я смотрю, одолеть магазина. В принципе... Он довольно неплохо поднял своего акселя. Ах, вот, по-моему, аксели очень часто жалуются на то, что 2С клэшится с воздушными атаками. И это как раз произошло на экранах. В принципе. Так, сейчас мне тут звонят с глаза. Сейчас я приду. Ого.
как микрофон у тебя трещит. Так, я очки проставил. Ты сейчас просто ад для ушей всех устроил. Сюда такая темка, что у нас просто не отображается заполненная рума на PlayStation 3. Вы не паникуйте, просто подождите, когда она освободится. Да, ты больше не делай так со смартфоном, потому что уши просто умирали в этот момент. В смартфона? Ну, фанило от смартфона в микрофон. Просто, ну, у меня, по крайней мере, просто в ушах, поскольку я в наушниках, ну, был адом. Я выключил на стриме, а я не выключил тебя. Извиняюсь. Ничего. И, соответственно, то, что я говорил, было не слышно, наверное, да? Нет, было слышно, только мой микрофон вырвал. Фига, у тебя все продвинуто. Это очки я проставил, кстати, тоже. Ага, отлично. Я не успеваю за всеми. Оп, отлично, Хадрон. Хадрон, я смотрю, кстати, тоже задержался в третьих данных. Наконец-то он туда вылез. Молодец, Хадрончик. Я его сейчас ищу в списках. Хадрон там, он и был вроде Хадрон, да? Нет, Ears of Dishes это. Ага, точно. Ну, на самом деле, можно, в принципе, пересоздать руму. Хочешь, я там на третий создам, а ты зайдешь. Ну, можно. А ты до конца досидишь? Ну, я не выключу, по крайней мере. Хорошо. Там монитор вырубил, и пофиг. Вот, Спейди перешел в атаку. Хадрон сблочил оверхед в виде вперед хайслэша атакселя. Но Спейди дропнул в конце комбу, и теперь в углу овердрайв. Ох, как хорошо. И нужен миксап. Долго почему-то Хадрон думал, что туда вставить, но тем не менее все равно оверхед пропущен, мини-камбулька есть. Как и все по очереди друг друга бьют-то? Ну, в принципе, да. Единственное. Так, я проставишь? Давай. То есть мы вдвоем еще начнем тут проставлять вообще, беда. Да, вдвоем не надо, согласен. Так, давай заполните порядок. Окей. Я думаю, тяжело будет народ заставить. Порядок поменять, запомнить. Так, а Син у нас это кто? Это он Силф? Посмотрим. Силф. Ну, во-первых, Син уже, ой, не Син, а Конш отыграл, соответственно. Так, мне не дал посмотреть. Не дал посмотреть, да? Я тогда сейчас расскажу, что происходит. Это у нас Силф. Есть такой замечательный игрок у нас на Сине. Сильф, да, он у нас из Екатеринбурга, насколько я помню, или из окрестности. Да, из Урала, в общем, с Урала. Тыкалка РЦ подбежал под замедлением, комба у стены, тыкалка завершается, надо добивать, бёрст спасает эмти Хадрона, и тыкалка добивает в перфект. 1-0 по раунду у Силва. Он еще покушал такой, под завершение. Вниз слэш, и комба от Хадрона, контрхит. Опять нейтралочка, вперед панишник, дальний слэш, тыкалка в углу, находит Хадрон, его ловит сильно в воздухе, не доканчивает комбу. Черт, так и знал, что Хадрон не закончит комбу. И как-то они пока перебиваются 4 хит-комбо, единственное, что Сил в прошлом раунде сделал более длинное. Так, вот 4 хит-комбо от Хадрона, 2 мяча ударили и все. Сама Рамдитал решила не продолжать. Страшные миксапы, оверхед, URC, оверхед. И срабатывает, Сил побеждает. Так, давай тогда рушить комнату, что делать. Сейчас мы запомним пару, всем остальным придется как-то вот... Ущим. Сейчас Бобр играет, да, я так понимаю? Бобр и Силф. Давай, создавай. Так, надо написать, что это Денисен. Так,
Я переключусь. Так, ты не поменял, кто кого победил? Нет. Тогда я сейчас сделаю. Раз ты ведешь, ты веди. Все, окей, все, договорились. Удобно. Так, победил у нас Силф. Бобр. Бобр. Мне кажется, на PS4 даже стрим выглядит посимпатичнее. Я могу ошибаться, конечно. Но все-таки с 1080p. Да, и ты уменьшаешь это окошко. Да. Да. Ну, по идее, особо лучше не должно быть, но черт. Да, в общем-то. По крайней мере, в игре там типа добавляются какие-то эффекты. А, да, точно. Точно. У меня же картинка должна быть смачнее. Смачнявей. Мне бы еще персонаж завести с костюмами, вообще было бы шикарно. Так, вот там Хадоу спрашивает, какого Дана Конш. Но учитывая, что он принимает участие в сегодняшнем донесении, он третьего Дана. Что еще там пишут? Все симпатично, параллельные реальности. SC2 TV, как всегда, в атаке просто. В бесконечном спаме любых сообщений. Не так, а что у нас народ все пишет, сидят только? Народ пишет, у нас Рума в параллельной реальности какой-то находится. Ну, нет. Ребята же зашли. Я вот показываю, что комната забита. Сел только Бобр. Силф? А Силф не зашел. Ребята, кто, кого не было до этого, пожалуйста, освободите комнату. Грейфлауэр, видимо. Потому что остальные... Выкину, пожалуйста. Сейчас, на это как? Вышел. Отлично. Молодец. Как мы быстро с тобой, в принципе, разобрались, что они сидят. Хорош. Так, он что-то не смог поджоиниться. Ну-ка, возвращайся к нам, дружище. Слушай, а это на самом деле... Может быть, между вами не коннект? Да, раз не показывало. Надо подгружать, наверное. Вообще, у меня я с ним играл, насколько помню. Так, и мне теперь и не посмотреть, поскольку мы в комнате. Ну теперь только если он со своей стороны попытается что-то сделать. Ну, по идее, нужно обоим. Ну, давайте играть дальше, чего? Пусть заходит в процессе. Ну, очки-то у него не снимутся никуда. Ну, это да, но... Что, предлагают пересоздать? Ну, я не знаю. Можно выйти опять всех. Я могу загрузить его контакты. Ну, давай. Ну, Хадора заходит без проблем. Ну, давай. Что делать? Ради этого игрока все-таки сделаем исключение. Так. Мемберлист. Где он тут? А его нету вообще онлайн. Он, видимо, перегружает консольку. Вообще, ну это шикарно как. А он у меня в френдах есть. Я понял, да, ребят, что какая-то проблема сегодня с отображением рум. Что-то фигня какая-то. Хотя и вот уже килл создает. Ну я не создаю, мне нужно подождать, наверное, когда он это... Явится? Да. Ну 2 секунды ждем. В общем, у нас такая мелкая заминка в начале. Зато потом погоним как следует. Сегодня третий дан у нас отлично себя ведут, куча народа. Вон писали еще, что как минимум Глаз должен присоединиться, Руфус, Фума, то есть вообще народ дофига. Надо проводить. Интересно, у меня, кстати, похоже, его вообще нету в друзьях. Странно. Да, говорят, что здесь на самом деле присутствуют еще какие-то румы, которых я не вижу сам. Я ни одной румы тоже не вижу, кстати. У меня 8 человек отображается и все. Фантастика. Может перезайти? Ну, конечно. О, смотрите, я перезашел, у меня появились. Да? Да. Я точнее. Фига тут это. Видно какой-то глюк. Я на самом деле сейчас пытался смотреть этих самых. Давай создадим, в общем. Давай, создавай. Все, и погнали. Мы вроде вернулись в параллельной реальности, да? Ну, раз все отображается, да. Я просто говорю, я зашел, например, посмотреть. Мы на третьем месте. Мы с тобой на третьем месте, чувак. На третьем месте, чувак. На просмотры идем по СК2. Или по Good Game. Обалдеть. Ну, не по Твичу. О, Глаз пришел. Отлично, только, блин. Пришли новые игроки.
Да, и Сильф вошел, вот он, Сильф. Сильф зашел. Так, а Лео Верда, да, у нас лишний получается. Так, и ждем мы бобра. Прости. Прости, Руфус. И Леха. Глаз тоже. А он, кстати, что-то пытается, видимо, зайти не может. У меня нету, да. То есть два места. Розиэль. Ребят, подождите, пожалуйста, не ломитесь. Те, кто давайте, те, кто уже зашел в прошлый раз, тех мы и ждем. То есть кто у вас? Силф, Магасин, Спади, Канджуджа, Бобр. Бобр, да. И Хадрон. Хадрон вошел, то и остался Бобр. Ждем Бобра. Бобр. 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 Пора уж начинать. Вообще. Пора врываться. Сколько у тебя в купе-то зрителей сейчас? Ой, ну, пишет, что 57 на Good Game, плюс 19 на СК, плюс 8 на Твиче. Вообще-то почти мой маленький рекорд. На самом деле это все, видимо, благодаря ПК-версии. Потому что люди сами играют, и им интереснее смотреть становится. СК2 можно не читать, он, наверное, в Твиче засчитывается. А вообще не знаю, как они засчитываются. А ОБС не пишет подключение, потому что, ну, вот... Я не смог его попросить это сделать. Угу. Не пишет. Так, Бобрт, ты ж чего? Куда пропал? Сейчас придется пропустить, видимо, очередь бобра, пока он идет к нам. И сейчас я ему напишу. Я ему написал уже. А. Конш вышел. Не выдержал нервного напряжения такого, ожидания боя. Конш и ливнул. Ну, совок, как бы, ты прав, но отчасти, потому что на SC2TV можно плеер запустить любой. Твича, вот гейма. О, Фанки пришел отлично. Ну, Фанки пришел отлично, но бобра мы что, не ждем теперь? Или мы все-таки Фанки? Давайте Фанки пока ливнем, да. Сейчас, 3 секунды, я не знаю, бобр как-то не читает сейчас, видимо, чатик. Дуванчик пишет, что 80% нашей аудитории на SC2TV. SC2TV, мы любим тебя. Я слепой, что ли? В смысле, я слепой? Что там такое? Конш пишет, что он отчаянно пытается прочитать аркод Сильва. Сделай это не внутри румы, а внутри лобби. То есть треугольник, показать листы всех игроков, присутствующих в лобби, и прочитать аркод оттуда. Оттуда он читается намного стабильнее. Бобр говорит, что он где-то в нашей комнате, но я его не вижу. Я тоже его не вижу. Ну блин, ну что же такое-то, господа. Ну-ка, сейчас. Даже плохо не сидит. Черектор селект. Опа-на. Я перезашел в руму, а теперь она пустая снова. Вау. Так это фантастика, там реально. Теперь я захожу там. О, я нашел бобра зато. Что происходит? Жесть какая вообще. Так он может сесть к Сильву и попробовать сыграть, например? Я не знаю, может он тогда появится. Блин, что происходит вообще? Да, теперь у нас своя тут атмосфера. Ну я понял, я не вижу теперь тебя, видимо, и бобра, да? Я вижу теперь бобра, я вижу Гиду Сендая, глаза. Кого? Здесь нету таких. Я тебе говорю, это у нас тут параллельная рума 30-я своя, с параллельной реальности. Ну чё, дисбандим опять? Давайте все перезайдем в 30-ю. Может, в 31-ю зайдем? Давай в 31-ю, он говорил. Может, там такого пока не работает бага.
конечно, никто это не гарантирует. Давай создавай тогда ты, потому что это не зависит, видимо, от того, кто создает. А видно, сегодня просто такой отчаянный наплыв игроков, что просто PSN не выдерживает. Он, как бы... Блин, сейчас я еще буду одним из тех, кто не сможет зайти в игру, но это вообще шикарно. Или буду типа последним, и меня это... А не. Класс, я тебя... Класс, пока тебе нельзя. Да. А кого не хватает у нас до полной части? Хадрон есть, Сильва нету. Прости, Глаз. Так. Теперь Спади нас не видит, да что такое? Спейди и Сильв остались, да. Ну, вот так, Сильв зашел. Теперь Спади нас должен. Так, ну мы можем, по крайней мере, начать бой. Да, Спади, давай, пытайся. А то мы не начнем. Все, давайте, народ, с вами подсаживаемся и начинаем. Продолжаем начинать. Я посмотрел на всякий случай OR-код. Отлично. Ну, я-то не посмотрел. Ну, бой еще и не начался. Ты можешь успеть, нет? Пришел Грейфлауэр. Ну все, наконец начинаем, да, дальше бои. Запускаем, погнали. Ура. Бобр против Сильва. Пара-пара-пам. Слэйер против длинной палки. Ой, пытаюсь найти бобра в твоем списочке. Он... Я нашел. В правом нашел. Списке, да. С ним все просто, у него PSN. PSN похож на никнейм. Все шикарно. Сильф отлично начинает. Половина хп уже снял. Но бобр вырывается, и они уже разменялись бурстами. Сдача. Ну, сдача. Сдача. Монетки. Бурстяночки у обоих. Вообще, наверное, нет, ну, чисто так внешне, по-моему, это довольно сложный для... Слэйера матчап. Тяжело ему прорываться через огромнейший хитбокс этой. Это да, с другой стороны, у Сина все-таки приличный отход. И если правильно затаймить, может пролететь сквозь все, и пока он там вытянутой палкой стоит, пиндрик. Но это очень тяжело. Его кусать можно, потому что у него нет быстрых совсем ударов. Ну, так-то да, но с другой стороны, у него все-таки есть и ДП, и. Очень он зонит, хорошо, и антиэйры отличные, и воздух он также палкой держит. Ну, конечно, бобр нас слушает и просто специально там пытается продешиться, не получается, специально пытается просто укусить. 4 слэша, отлично, кик уронил, и Сильф, как услышал, что есть ДП, очень грамотно вставил в реверсу. Ой, фёкалка покатила слэйера сидячего. Вперед панч, вниз слэш, нижними двумя обходит бобр это. И это должна быть комба посмертная. Да. Ждал, видимо, бурста. Да. Точно. У нас же почти про уже здесь играет, поэтому бёрстбейт — это нормальное явление. Айрон Физер хочет усердно видеть Потёмкиных. Вот, ну, потрень, заходи в Денисен. Мы с удовольствием постримим это дело. Вот. Палка, подкат, палка. И много жизней покидает Слэйера. Ох, в контрхит еще раз. Ой, дачка какая. Просто все съел сейчас бобр. В углу. Заслуженно. Перфект был. Может, не надо все есть. Ну, не знаю, может, он там овердрайв набирал или еще что-нибудь. Но, не надо, но получил все. Все, да. Что дают, не надо все это есть. Как я в прошлом ФТ. Вчерашнем. Как там все прошло-то, кстати? Ужасно. Ужасно? Ты недовольный? Ну, да. Я не ожидал, что я так сыграю плохо. Я уж не думал ничего о том, выиграю я, не выиграю, что как будет, но как все прошло, что-то совсем все печально было. Никита. Я... Да не, брось ты. Я... Единственное, что меня как бы смущает в этом плане, это непонятно почему. Бобр почему-то покинул PSN, или это так показывает? Да, меня не пустило это тоже никуда. Савок пишет, что бобр в чатике горит. Примерно как килл вчера. В смысле, лагает у него? У меня висит please wait. Там, говорят, что-то сделаем, какая-то беда.
Это, видимо, силам какая-то беда. Коннект плохой. Сильф тем временем у нас в одном шаге от перехода в четвертые даны. Так, ну, как кого-то придется пропустить, попросить. Ты сейчас в руме или где? Или да, что? Да, да, да. А у меня... О, connection lost. Ты только часть написал. Да. Я могу, например, удалить этого участников. Хоть не... Они оба ушли, что ли? Так, давайте пропустим. Не-не-не-не, ребят. Стоп. Давайте пропустим еще раз пару. Ё-моё, что происходит вообще? Ладно, давайте продолжать еще с ним. Здесь как бы выживает сильнейший. Да, очки достались, если захочет вернется, продолжим. Давайте. Так, напишу гол. Что там, опять поменялись игроки? Нет, там Син, да, слез и залез обратно. Ну, пропустил одного вперед. Поехали уже. Погнали, да. Так, Кай против Рам. Это Хадрон у нас против кого? Неважно, Хадрон главный. Хадрон главный, ну окей. Грейфайвер. Это просто Грей, по-моему, да, он у нас? Есть такой, да. В табличке, да, совершенно верно. Хадрон вышел на комбу. Бурст вытащил. Комба с черным битом у нас от Серого. Серый, кстати, есть же серый скин за Кая. Серый-серый. Так, сейчас что-то глаз не хочешь сказать. Давай, Хадрон, прошел по лоу. Это надо сблочить. Ой, даже меч перебил, блочить не пришлось. Зато вот так вот рандомный грид север в контр-хит. Отлично. Зачем-то побежал Грей в атаку, хотя у него куча тенши, можно вот так вот стрелять, да, через UFC. Сблочил, отлично. Отстрелиться дальше. И нужно тереть чем-нибудь. Какой грид север был сразу в обратную сторону, в догонку. Барахлит? О, ну да. Как я сажусь, так сразу. Как стримить, так сразу постоянно мне начинает ложиться и отдыхать. Просто я говорю, я даже там это... В друзья мне кто-то постучался, и через обычное меню как бы мне было сказано, что какая-то ошибка, еще что-то, как бы... Войдя в сообщение, как бы последнее, спокойно открылось и добавилось, то есть... Это... В атаке. Да. Смотри, вот тем временем Хадрончик тащит Грея. Ну, в этом раунде уже, я бы сказал, все наоборот. Грею нужно потратить деньги, вот отлично, в принципе, нормально. Да, и ДП. Можно было, в принципе, не знаю, там, фигней пострадать, за Эр-Сити еще ударить. Но ему это не нужно. И Кай побеждает. Самый фундаментальный персонаж в игре. Действительно, очень хороший персонаж для новичков, советую. Рекламирую. Не отказывайте себе в удовольствии минимум усилий и начинать побеждать. Плюс даже на высоком уровне вы не пожалеете. Не, Кай в этой части мне, честно говоря, самому очень нравится. Много ему надавали, как и Солу, в принципе, тоже интересных движений, механик, по крайней мере, вот эти всякие метки, дасты его. Гриндосива! Что-то свеженькое, такое приятное. Два супера комбо. Марвел у нас на экране, господа. Вспышечки яркие. Кстати, там предупреждение было эпилептикам держаться подальше. Будьте аккуратны, осторожны. Это, по-моему, общее предупреждение. Sony? Нет, это не в каждой игре. Оно, это когда ты включаешь PlayStation, тебе сразу пишет. Там, сразу просто по умолчанию. Уходи. Поэтому... Я не уверен, что обязательно писать это в игре, но тем не менее. Так, и у нас серый вырывается, да? Серый брал, забрал. Да. О, Спади таки к нам вошел, из параллельной реальности вернулся к нам. Обновилась табличка, отлично. Спейди уже на половину хп просто заспейсил.
Флауэра, но вот теперь в углу, и сейчас все может измениться. Комба, подкат, отлично, нокдаун, большая молния. Там, в принципе, нужно было, наверное, не в подкат, а как раз в эту новую метку выходить вниз до 100. Но, ну, не 2-3-6 даст. Ну да, четверть назад с настом. Да? Вперед. Вперед. Ошибся. Оп, рандомный грид-сейвер попадает в расставленные цепи Акселя. Так, хэви-свэш, контрхит, стагер. Отстреливается Грей как может молниями. Молнии у него очень крутые, особенно у него воздушные, вот это. Можно выпушки стрелять, если попадает в блок, там плюсик оказывается, такой приятный для Кая. На одной, по-моему, да? Которая ближняя, да, вниз. Да вообще, как бы, система UFC очень подняла Каю ее вот эту стрельбу во всех отношениях. И то эта комба должна быть. Отлично, набьет, еще можно секцию. Не достал. Делал вперед панч. Там разве вперед панч делал? Вперед панч почему-то взял на вот этой дистанции, уже не успел войти, оно. Потом оборвалось. И в итоге броском заканчивает раунд. Грей. Опять аккуратненько начинает. Два у нас пейсера таких. Решили помериться, у кого длиннее и кто может атаковать на расстоянии, не подходя. Я бы сказал, что Каю легче в этом матчапе, но с патчем Акселя все-таки подтянули. С патчем стоит вспомнить про стойку. Начать ее, по-моему, абьюзить. Вот все неподготовленные люди от нее сразу умирают только в путь. Я не знаю, как у Кая с ней, да. Но у соло там делаешь ДП и спокойно попадаешь в цепь. Ну, у тебя может обмануть. Ну, обмануть может, да. О, нормально, нормально, нормально. Главное вовремя остановиться и войти еще раз. А Кай, наверное, кстати, может там пускать молнию и юрсить ее сразу. Я думаю, это вполне такая спокойная, оправданная. Ну, у нее сколько стартап там? Когда 10-11? Ну, она быстрая очень. Ну, достаточно, да, но... Спать побеждает. С чем его поздравляем. У него становится плюс одно... А у Грея опять 0. У нас только Силф близок к выходу. Я не знаю, кстати, вошел он. О, Силф вошел, отлично. Да, был у нас. У нас только в итоге Бобр не согласился играть с Силфом. Отличный скрин фанки, да. Все окружили закрытую руму Донесена. Там атака, да? Да. На Изельгард. Ребята, отбиваемся. Лучники, готовься. Орки атакуют. Орки. Так, Спейди как-то неожиданно завершил свою атаку. Вроде так напал, я уже думал... Верстанул, сейчас... что ли, в своей атаке? Не-не. Я сижу. Напал просто с воздушного слэша и остановился. Хотя был близко и мог продолжать, в принципе, спокойно покать чем-нибудь дальше. Он явно подслушивает стрим и смотрел. Стойка. Второй раз, как бы, уже при том... Еще раз стойка, да? Да-да-да, стоечка, я не знаю, я за счет нее многих убиваю, даже игроков. Хотя я, по-моему, тот еще Аксель. Ну вот сложно, сложно, очень немногие ее как-то... Вот, отличный контрят. Подкат с РЦ показывает Сильф. Бурста у Спейди нету. Но решил попрыгать, еще и сделать удар, не покушав, и, в общем, по-моему, он растерялся в какой-то момент. Такой, что же мне сделать, говорит. Похоже, он шеф-повар, не шеф-повар не забежал в начале раунда. Не ожидал, что покатится, наверное, соперник. Такое впечатление, по крайней мере. Либо спорол что-то, движение какое-нибудь, добег. Если у него скачет питк, как говорит Бобр, то он мог действительно не попасть в окошко удара. Ох, его просто панчиком. Видели, он такой оверхед хотел сделать, а по украю, он просто... Такой полбу, знаете, как учитель вот этот, который бьет там веером. Смотри, какой подкат был. Не делай так, не делай так. Вот опять панчик такой просто в башке. Встает под оверхедами. Оп. Съедает два удара не связанных. Но ничего страшного, в комбо не уходит. Два ДП. Во-во-во. Отлично, как бы Сильф решил сделать как раз бейт ДП. Он у него прошел, но Спейди набрал туда второе. И переиграл, соответственно, его вообще просто. Я в свое время делал по 2 БДП, там, в Clash, например, да, просто неожиданно сап для себя, но был тогда негатив эдж. А тут его убрали, такое уже само случайно не выходит.
так что это надо действительно делать. Поэтому Спади сам специально сделал второй ДП, можно с уверенностью сказать. Ну, учитывая там какой отход, он, наверное, вполне может там мешать довольно долго. Он ничего не теряет. Ну да. Ох, и запор. Браточка ДП, стоечка. Еще сейчас будет стоечка, да. Это как наркотик, он засасывает. Тебе он нравится? Что противник беззащитно все это съедает? Я ждал, на самом деле, ДП от... Синечка? Да. Это было странное решение вплотную просто так делать. Ну опять, ну что это за нахайство? Он, видимо, не успел ввести. Аксель нападал. Единственное, конечно, я потом только посмотрел, что у него ни еды не было, ни РЦ. Поэтому... Согласен, это была бы плохая опция. И у нас Спади теперь уже на грани выхода. Силф немножко откатился назад. Не знаю, Килл, как у тебя отсвечивается. У меня не отсвечивается ПСН, если я навожу мышкой. Меня все показывает. Меня вот, легко. Меня никак не показывает. Ты куда наводишь? На имя прямо? Я прямо вот, на имя навожу. Ну, вообще моментально. Не, а ты... Ты в чем у тебя? Хром там? Chrome. Firefox? Надо будет проверить в хроме, может, с ним там какие-то чудеса. На виражах. Ну, сейчас, кстати, проверим. Даже интересно. Он у нас в глаз ворвался. У него там же рядышком сидит Фума, который, видимо, если глаз выберется все-таки вверх, замелит его и поучаствует за кровать мэн. Кроватька мэн. Кроватька мэн. О, хорош. Неплохое решение. Боится ДП, ждет его, чтобы наказать. Кстати, правда, в хроме не показывает. Ну, я думаю, ты исправишь с твоим-то мастерством. Какой хром нехороший. Ладно. Фафнирчик. О, кто-то мне сказал, что Фафнир. Это с какого-то с викинского, из какого-то такого языка. Это огненный дракон переводится. Был такой дракон. Не знаю, как переводится, но это имя собственное, по-моему. Ну, возможно, что действительно у кого-то так назывался огненный дракон. В общем, нет в ГГ случайности. Это как Иллюминати вот сейчас надо нарисовать. Случайности нет. Все спланировано. А там тем временем на SC2TV у нас в чатике просто разборки. Все разбираются, кто же лучше шевелит клешнями. А, так. В норвежской мифологии, вон, Шимриад говорит. А, да, в скандинавской одна фигня. В скандинавской, ну да. Ну так мы легко... Ну давай ДП туда, глаз. Скандинавы. Там самое приятное в этом ДП, что с него еще и накомбить можно, если у тебя полоска есть через весь экран. Но там тебе нокдаун вполне устраивает, ты можешь выйти в стороны безнаказанно. Ну, как минимум нокдаун, да, а как максимум ты еще и лицо разбиваешь. Ну и хорош, как не с киком пригнулся под летящим киком Соло. Ну беги, запорол бег. ДП, меняли Соло ДПшку. И все, отлетает. Эхо. Если кто не знал, у Акселя вот этой стоечки 6 ударов, и каждый последующий все больше и больше снимает чип дэмэдж. То есть там последний просто безумие какой-то снимает. Он там что в хит, что в чип, он снимает одинаковое количество. Но обычно Аксель чем дольше в ней стоит, тем больше народ придумывает возможность обойти ее и сконтрить, поэтому лучше иногда выйти из нее. Не переусердствовать. Пример сейчас Леху показал, что банально. Не убивается, да. Но не у всех. Не наказал там ППХу. Наверное, простым хайслэшем можно было махнуть. О, не с пиком опять пригнулся. Все-таки бросился второго раза. И комбасик с РЦ. Дайв-кик, вперед панч. Брингер. Опять командный бросок. Да, Лех очень классно делает командные бросочки. Ой, надо добивать пока есть возможность. Спасает бёрст у нас, спадик. Ох, много ЮРЦ. Защищается как может. И командный бросочек. Ну правильно, Глахас не дает очухаться. Это хороший был бросок. Не подкрадывается, там тысячу раз не намекает, что он сейчас тебя вот-вот бросит, он просто бьет и бросает сразу. Достаточно неочевидно, если тот спанча, как бы, зачастую, как бы, если
Сол нападает с панчом там или с киком, то шансы на командник возрастают. Потому что со слэша сложнее потаймить. Командный бросок, он дает больше блок стуна. Стуна. А Спайди-то что у нас? Получается, отошел уже. Выиграл. А, Спайди сейчас проиграл. Спайди проиграл глазу. Да. Что я зря тороплюсь. Так, глаз, глаз, глаз. И, о, кто у нас там? ОМГ Син в атаке, ДП. ОМГ Син в атаке. Да, и как-то неудачно, абсолютно практически не наказанное ДП было такое вылезшее. У нас замечательный мир матч. Кстати, вот все пишут наравне с Каем, а для новичков еще соло. Я бы соло, честно говоря, не рекомендовал совсем новичкам. Более-менее опытным, хотя бы знаком с файтингами и вообще поиграл в ЛГшечку уже. Все-таки самый простой Кай и Лео. А все-таки соло не настолько просто. Не верьте тем, кто говорит. Он такой же простой, как Кай, например. Есть парочку чаров, которые точно попроще. Он сильный, да. Фундаментальный, но у него есть сложности. Если вы хотите познать, что вас могут наказать за любой спешл, то играйте за соло, да. У нас тут куча огня и замедления времени. Как хорошо, что на PS4 это все не умирает сразу. Да, по поводу Каев, кстати, я тут прошел слух, что Мэттен Чирфул забил ФТ-матч Лоулейму на вторник. И, скорее всего, мы его во вторник отыграем. Будет у нас такой вот миррор-матч Каев. Так что, если кому интересно, заглядывайте. Скоро я напишу. Стрим оверкила без оверкила в главной роли. Да. Отлично. Наконец-то. Да, там все время есть такие вылазящие зрители. Наконец-то. Это как это, я помню, заходил на стрим Get the Zendaya, и мы говорили, вот, прихожу на стрим Get the Zendaya, и нету Аксима на экране. Фантастика. Посматриваю, наверное, по вечерам его стрима. Очень забавно. На ПК-шечке. Опасно там сначала глаз нападал, но, тем не менее, вот он. Ах, какой вив хай слэша. А все из-за запоротой комбы. И ОМГ Син вытаскивает этот раунд, и мы еще раз понаблюдаем, как сражаются огненные драконы. Да, два прокачанных огненных дракона. Покажет нам кто-нибудь сегодня дракона, это интересно. Дракон дракона головой бьет по голове. Головой, головой. Подсекан. Фафнир. ДП, вот нахал вообще. Так. Это, кстати, глаз, наверное, пытался бросить за револьвер. На ДП? Нет, на револьвер. За револьвер можно бросить. Если... А, на приземлении. Нет, пока он летит. Да, он уже в воду считается. Да, воздушным броском. Ну, просто он так прыгнул и получил, как бы, что... мне показывал мне, что он пытался так бросать. Вот, и... лишнее, это сложно. Некоторые бросают 2С, пытаются часто так бросать, и... У него бросок больше значительно. Да, он... S-Tire у нас по броскам. Точно, он очень хороший. Если меня там выкидывают вообще из всего, из телепортов, как делать нифига вообще. А Соло у нас в Б где-то в конце, насколько я помню. И Брингер, да, отлично. Хорош. Класс. Ну, Сингл, он прям вот такие ровные у них бой, очень классный. То есть, как бы, я бы никому преимущества из них не отдал в самом начале. Ну, Mirror Match он такой. Может ввести в ступор любого. А, и в лодке ехала. А, в воздушном броском, пока она в лодке ехала. Это которая по земле катится. Прикольно. Да. Ну, ГГ, да, тут столько ситуаций всяких происходит, конечно, фантастика. Сколько лет играю, 10 лет играю, все время бывает момент, что сидишь такой, боже мой, что произошло, что это было вообще? Так, кто нас проиграл в прошлый раз? Это был Син. Син. И у него получается минус один или два уже? Минус один. То есть у нас пока очень... Только глаз у нас сейчас. У него матчпоинт. Да, у глаза против Хадрона. Но пропускает вот оверхед, тратит сразу же буст. Хадрон у нас минус один.
Ох, как опасно он. А вот, например, Клер очень любит револьверы принимать на вперед панч за рамлетайл. Довольно легко он их туда вставляет и, соответственно, наказывает за саму попытку револьвера. Господи, Хадрон показывает комбу. Да, он хорош, 4 хит-комбо. Вообще, 14, да. Единственное, там получилось рекавери, но рекавери сразу на меч. Простим ему это. Я сегодня, кстати, смотрел не вчерашний стрим Микадо, и там тоже рамлетал 22-го дана, вынесло двух золотых именных чуваков там. Оп, отличный контрхит. То есть она такая, в общем, невзрачная рамлеталочка умудрялась там. Да, наносить очень сильных чуваков. А потом проигрывать кому-нибудь рандомному чуваку тоже. Зачем же он бейтил? Не, меня на самом деле радует, вот, по крайней мере, можно вот посмотреть по некоторым игрокам, которые прямо вот из недели в неделю, как бы из Денисена в Денисен прогрессирует. Ну и, наверное, не зря он все-таки находится в третьем дане. Молодец, Хадрончик. Я все думал, о ком ты говоришь? Да, нет, ну просто вспоминаю там игры, не знаю, месячной данности, да, допустим, то... Это совершенно два разных игрока на данный момент. Мне вспоминают слова Канджуджи, когда он говорил, я уже целых 3 месяца играю в эту игру. Опыт на игру. Ох, что-то разошелся глаз на револьверы. Револьверы как бы хороши, они сбивают выпрыжки, если противники любят попрыгать после блокстрингов, но... В остальном, как бы, надо очень быть аккуратным с ними. Неожиданный овердрайв. И ПРЦ спасает такие глаза. И да панишь. Да. Позовите Клера, пишут в чате. Он должен это увидеть. Смотрите, как поменялась ситуация. Ну... Глаз там разошелся слишком он. Ой-о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 й-
выходить так вот из группы, ну, а кто засудит? Все правильно сделал. Сейчас я попробую как раз. Молодец, голос. Да, отправляется в четвертые даны. Ну-ка, смогу я ему нажать up, и он поднимется, правильно? Да, единственное, как бы, он, наверное, ты этого не увидишь. А, или я вроде сделал обновление. Ну так, он поднялся, но почему-то, по-моему, меньше игроков не стало. О. А, нет, стал, все окей. Да, у тебя да, у меня нет. У меня просто ноль показывает, потому что у меня страница не обновлена, и, соответственно, его имя не пропало. Ну, глаз замечательно. Так, Фума, слезь только, пожалуйста, пропусти человека. Не надо вот сейчас сразу начинать играть. Это некрасиво. Встань в очередь. Фума. Фума. Сейчас у нас под аккаунтом глаза будет играть Фума за кровать. Фума, пропусти. Думаешь, они слушают стрим? Ну. Да, они слушают стрим. А-а. Ну ладно. Дакшит, Джафаров, Хадрон мог последнюю половину хп довольно уверенно он снимал с глаза, подпривал его за тот трэш, который из него выливался в виде рандомных ДП и прочей ереси, но в конце чуть-чуть не хватило. Да, шли ровненько, на удивление очень хорошо. Потому что даже за ДП начал наказывать хорошо в контрхит и шар пустил, но бурст спас глаза. Кил, у тебя не знобит где-нибудь? И у меня, например, знобит. Я хочу отыграться за битву городов. Мне неспокойно в душе. Я с удовольствием. Может, у нас устроить перед Новым годом вот какое-нибудь мероприятие? У нас есть возможность такая? У меня была мысль, на самом деле, устроить, да, какой-то типа юбилейный спустя год, да, онлайн-турнир, но что-то по времени у меня никак не получается, да. Как бы вот если вечерком посидеть, как бы там донесен постримить или футешку сыграть я могу, то... Турнир сложный, турнир надо выходные проводить. Турнир, да, по-любому выходные, а сейчас праздничная пора, миллион подарков надо купить. Ну, вот. Ну, может... Так, как всегда, что сегодня уже среда, субботу, воскресенье, может быть, даже могу что-нибудь привезти.
неожиданно так, как всегда. Немножко побоя надо, что сказать. Силф, например, нас кормит. Мы уже видели этот бой. Силф, это Грей, наоборот, кормит оверхедами, гриндосевами. Я, кстати, посмотрел японцев. Японцы также это гриндосеву, тоже Рион, топовый сейчас Кай. Только в путь. Всегда его делает, постоянно, там у него какие-то сетапы, там вниз панч гриндосева, там вперед хэви слэш на первом хите гриндосева, то есть он тоже постоянно делает, каждый там секунд 5-10. Ты загнул, конечно. Нет, каждый 5 очень, секунд. Очень много, он даже иногда делает, когда у него ни бюрста, ни РЦ нет, он просто их фигачит. Чаще всего он все-таки прикрывается, конечно, на всякий случай, если он там наказу побегает сильно, больно. Нет, ну... В принципе, почему нет? Особенно там с разбега в кроссап, кстати, давно я не видел с разбега в кроссап Гальдсевер. Вот. Его, ну его и блочить сложнее. Ну, зато точно накажет. Очень больно накажет, если заблочит. Ну, потому что очень близко, да, согласен. Пока Кай отлично отбивается. Силф покушал. Вот Силф это беда с этой едой, а у него как-то менеджмент страдает. Все хорошо делает, нейтралечки, но как-то как. Все время лезет не вовремя кушать, это часто очень огребает. Ну зато свеклой серого накормил он на ура. Просто скакинул так в него свеклу. Иди винегрет делай там где-то. Готовь, жена. Жена, да. Распусти волосы и иди готовь. И кто у нас? Спейди. Спейди у нас единичка. А у Сильва два. У Сильва матчпоинт. EFGF Kit. Я читаю, у меня чатик выводится в программке специально. И читается он из Good Game, из Twitch, из CK2 TV. Ну, CK2 TV, по сути, это все, что нужно. Что он показывает. Ну, да. А я, соответственно, включил стрим на SC2 TV и тоже вижу все чаты. Просто... они не все выводятся в одном цвете или как-то так, и не за всем успеваешь последить, потому что ребята на SC2 TV очень много пишут. Это прекрасно. Да. Помните, бывали стримы, когда у нас вообще тухняк, все тихо было, спокойно. Я разговаривал с собой, просто скидывая ссылочки на таблицу с именами игроков и другой полезной информации. Да. На микрофонах сейчас Оверкилл и Гога с вами. Мы продолжаем Денисен, третьи даны. Уже опытных игроков. Самые слабенькие у нас первые даны. Сейчас самый высокий это шестой дан. Ох. Там всего два человека. А мы играем третьим. Что-то средненькое. Потом. Что-то Спейди запугался. Запугался сунуть хотя бы что-нибудь в летающего вокруг Сильва. С воздушным слэшом. Это слэш же, по-моему, да, вертушка? Хэви слэш. Хэви слэш? Да. Я даже ударов не знаю. Неважно. Не, вертушка классная, она еще и там красапить ей можно. И блок стана много, и комбить можно, да. Но, тем не менее, перебить ее тоже можно. Опять сил запорол. Очень нехорошо. Вообще, меня пока в матчапе с, господи, с Сином напрягает только то, что у него некоторые удары, они очень много блокстуна наносят, и я просто к нему не привык. То есть приходится ждать дольше, как бы, да. А если не ждешь, то, соответственно, у тебя что-то не вылезает, и тебя наказывают. Да-да. Еще Син такие классные удары, что на самом деле напрямую, даже если он там... Сделал блокстринг свой, все, да, перестал бить, к нему не надо бежать, потому что не успеешь за это время преодолеть все это расстояние. Приходится уходить, а не контратаковать, и ловить его на нейтрале уже. Ну и вот Сильф забирает бой и выходит в четвертые даны. Всего лишь сколько, 3 круга ему понадобилось для того, чтобы совершить этот скачок. Так, а это был спади, у нас становится опять нейтральным в нолик. Кто же у нас придет вместо Силва, пока не Силв ушел отдыхать? Пришел Разиэль ДжП. Он же у нас Разиэльф называется? Не факт. Там у нас несколько Разиэля. Да. Не играют. Так, Разиэль простой, это...
Так, кроме... Что он мне не показывает ничего? Ишь ты. Ишь ты. Что у меня наведение тоже испортилось, кстати. Ну, несовершенная техника пока. Вообще чудеса, а что она сломалась? Это все то, что ПСН барахлит. Да, возможно. Для меня пугает такая... Под тем временем наш любимый Хадрон против Сина играет. Посмотрим, сможет ли Хадрон справиться со своими страхами, потому что в прошлый раз он чуть-чуть на сопельках проиграл Глазу, его солу. А здесь вот счет один сол злостный, который, кстати, с Глазом играл тоже на равных. Можно сказать, что они примерно равны по силе. Но они могут по-разному матча поиграть совершенно. Сейчас он Danger Time заканчивает через секунду. Все, прошло. Во время Danger Time любой удар становится в контр-хит автоматом. Плюс замедляется время, как при РЦ. Комбить можно вообще со всего там, всегда и легко. Это не распространяется на магию. Плюс увеличится дэмэдж, по-моему, на 20%. Так что очень неприятно в этом режиме есть что-либо. А начинается он при квешах рандомно. Я понял, почему сломалось. Я его сам сломал на работе сегодня. Как оказалось. Ну, прекрасно. Ну, ты починишь, да? Легко, да. Надо только найти, что я там делал. Так, Син у нас побеждает. В смысле, Син побеждает. Правильно. И выходит из минус 1 очка в 0. В то время как... Хадрон нас покидает. К сожалению... И идет обратно во вторые даны. И сегодня уже играть не будет. А те, кто отобрался выше, третьи даны, те еще... Из третьих в четвертый. Те потом могут поучаствовать в четвертых данных, когда мы после третьих проведем. Так. А что я там делал? Так, все соединились. Отлично. Фума играет. Фума против Сина. А где у нас Фума? А, у нас Check Your Blood. Назовется. Спасибо, Хадрон, за игру. За него болели игроки, участники и комментаторы в том числе. Отлично. Было такое. Да, я очень хотел, чтобы он победил. На самом деле, когда он разыгрался, начал показывать очень достойные комбы. Прям расположил к себе. Здесь же я болею, конечно, за Фуму. По той простой причине, что он так же, как и я, живет в Питере. И вообще очень милый парень. Душа компании. И у него, к тому же, очень крутая кровать. Так как он сейчас фанки активно не играет. Кеха я тоже давно не видел. Но даже если бы они играли, он как минимум на уровне с ними. Своими изюминками. Я больше бы хотел видеть матчи Фумы против разных топов наших игроков российских. Понятно? Да. Да, вряд ли он, конечно, победил всех, но интересно. Посмотрим на адаптацию к тому же. Я пока не совсем понял, как Фума, как быстро Фума адаптируется к игроку, персонажу. Вот, тем временем он берет первый бой довольно уверенно. Сейчас он на равных, осталось не так много жизни, почти 3 тинки у каждого. Фума в углу, съедает контрхит то один, то другой удар. Еле-еле выбирается, теперь его игра. Попадает воздушным слэшом. Попадает дальним слэшом и вниз хэви слэш. Сильно из-за того, что не сидит, все время пытается двигаться, он съедает по очереди все эти удары, не комбящиеся друг от друга. Ням-ням. Ням-ням. Син у нас опять в минус один ушел. Кто к нам пожаловал вместо ушедших? Ладно, увидим уже во время боя. У нас в чате пишут. Что там в чате пишут? Народ пишет, что кровать крутая. Да, псих. Псих какой-то. Да, очень хочу на самом деле увидеть... Очень-очень на самом деле хочу на ПК увидеть донесенчик. И вообще все, что там будет проходить, мероприятие в будущем. Несмотря на все там пока сложности. Ну, сложности такие, которые, в принципе, обходятся. Это хорошо. Те люди, которые будут играть новые. Все, очень хочу это увидеть. Что будем?
ПК-версия действительно в России очень большое значение имеет. Не так, не такое сильно, как, например, в Европе, потому что Европа не все покупают, у всех есть консоли, кому надо, все играют на них. Компьютер все-таки что-то рабочее все еще. Поэтому в Америке на ПК тоже много играют, хотя там тоже у всех консоли есть. А вот в России действительно прибавляется куча игроков сразу, автоматом. Если игра выходит в Steam особенно. Посмотрим, может быть, вылезет Изумруд из этого всего, как я в свое время из Reload онлайна. Да не, тогда еще онлайна не было, из Reload просто на компьютере появился. Я увидел игрушку, ради нее все, купил консоль, PlayStation 2 в то время, потом PlayStation 3, PlayStation 4, только ради этого, там все остальное прилагается, что называется. Тем временем у нас Фума пройдет первый бой Грею, ДП. Грей давит, слэш вперед кик, дальний слэш 3 хс, Фума кладет, ЮРЦ, съедает миксап, но комбо не получается. Голова, выбирается с помощью ДП из прессинга кровати, бёрстбейтит Грей, отлично, третьим дальним у нас бёрстбейты. Пока такие неказисты, но ждут, ждут и пытаются наказать. Вне слэш, низкий слэш, еще один, вперед панч, не продолжает комбу Фума, непонятно почему, не было тогда еще берста у Грея. Кидает голову, низкий слэш, другой конец экрана, опять кидает голову быструю. Таск, я не помню, таск А называется или таск Б. Вперед хэви слэш, прилетающий с гвардом. ЮРЦ, приземление, продолжает в комбу. Отлично, 1-1 по раундам, Фума против Грея. Низкий слэш начинает Кай, но не достает. Голова телепортируется. ДП. Пускай большой молния, попрыгает на большой молнии, атакует. Прессинг через слэш и хэви слэш вперед кик. Фума с помощью ЮРЦ прорывается. Прорывает оборону Кая. Но все равно попадает под контратаку Кая. Уже в углу. Стоит на нем метка. Гриндесива. Должна быть максимальная комба у стены. Нет. Грей не делает по тяжелому комбу, по тяжелой кровати. Запарывает. Фума кладет. Пускает голову. Обманывает ДП. Не успевает наказать. Еще одно ДП приходит ему в голову. Оверхед. Нокдаун. Да, нокдаун. Будет ли таск? Да, таск. ЮРЦ. Берс спасает Грей от прессинга. Бросок. Зачем РЦ? Выманил бёрст, хорошо, стоило того. Теперь у Фумы нет никаких оборонных техник. И любой удар, съеденный на близком расстоянии, обратил в него фатальным поражением. Гриндесива заблочена. Но не выдерживает он этих миксапов. Простеньких от Кая. Ну и просто хороших ударов. Эх, быстро Фуму остановили. Грей у нас становится в нуле тоже. Мани-матчи. Да, ребят, забивайте все мани-матчи. Вот мани-матч отыгрывать даже на ПК отлично, сейчас вообще шикарно. Забивайте, транслируйте. Тем более у всех есть функции трансляции через Twitch. Если у кого-то видюшки от NVIDIA, вообще без проблем. У нас Пади вернулся. Что там у Пади творится по рейтингам, по очкам? У него все еще 0. Он то побеждает, то проигрывает. Так, супер трейдится с низкой эсом, не успел в конце ни во что спаде. И получил этот супер в лицо. Кидает молнию. Как видите, на молнии не распространяется контрхит во время Danger Time. Гриндесерва снимает с воздуха, бёрстбейтит. Очень запоздалый бёрст от спаде, золотой получился. И патч добивает Кая на невысокой высоте на скрине. Вперед кик, сбивает аксель. Ренсен, вперед хэви слэш. Не стик, не сдаст. Ренсен продолжение вниз.
Слэш не скрывает, слэш, ДП кладет, большая молния, слэш, прыгает с дастом, оббивается Аксель, пускает молнию ЮРЦ, Кай не удалась атака, он отползает обратно в конец экрана, пытается попасть молнию либо в хит, либо в блок, накопить на ЮРЦ и безопасно подойти вплотную. Уже подошел делать гнез сиву, но не тут-то было у Акселя. У Акселя отличный ДП, он его и делает. Теперь панишь за него же нет. Не удалось. Опять стоечка. Стоечка очень много снимает. Ну сейчас уже можно любым просто в кит, либо в блок ударом. Чип демеджа можно добить. Винсен, например, тот же самый сделать. Не пригодилось. И запоротая молния была. Явно со слэша дальнего. Которая выразилась в ДП. Я, кстати, починил табличку. Если ты Ctrl F5 нажмешь, у тебя будут высвечиваться PSN-чики. Так, что там чат засыпает? Что, PSN-чики? Я говорю, если ты Ctrl F5 на таблице сделаешь, у тебя будут выводиться PSN-ы. Понял, сейчас. Должны заработать. Вот. Грей у нас проиграл, спадим. Там ребята требуют шуточки бобра. Вот. Ладно, всем спасибо, Гогач, пойду я. Пора мне покинуть вас. Погоди, Ctrl F5, ты сказал? Да, ну просто через Ctrl, да, чтобы там этот кэш обновился. Сейчас, погоди, что-то не понял. Через Ctrl, а у меня ничего не поменялось. Ну, страница обновилась? Ну да, обновилась. На видео теперь, держи. Сейчас. Там матч идет вовсю, а мы тут подержи. Там Спейди в атаке, Розиэля. Нет, скилл не работает у меня в уход. Так не бывает. Так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. У меня работает. А мне не работает. У меня заработало. Говорю, Ctrl плюс F5 тебе нужно просто рожать вместе. Так и сделаю. Не, не работает. Ладно, пока это не смертельно. Справляемся. Ну да. Вот. Ну ладно, в общем. Давай. Пошел? Спасибо за стримчик, да, я пойду. Хорошо, ну давай, увидимся еще. Скоро-скоро. Ладно, Оверкилл мне все показал, все рассказал. Так что дальше мы справимся, надеюсь. Скрик, низ хэви слэш. Отпуливается низ хэви слэш, именно от разделя. Еще один Кай, тоже с классическим цветом. Всех можно попутать. Посмотрим, сильнее ли он своего коллеги предыдущего. Да, берет раунд. 1-1. Киза передает привет Оверкиллу и прощается с ним. Так что, если кто-то хочет поговорить на стрим, я welcome. Прыгает со слышами Аксель, съедает молнию, берет кик, контрхит, не продолжает ни в какую комбу, низ хэви слэш, Ринсен ЮРЦ, берет спасает Акселя, усиленная молния, под ЮРЦ подбегает, но Аксель сам решил подойти, чтобы Кай не утруждался, как король, много бегать ему вредно со своими оппонентами, вместо молнии получилось ДП, бросочек. Вперед хэви слэш, съедем на вейке, не скомбился, получилось ДП от Акселя. Ребята не очень хорошо кит конфермят, стоило бы это подкачать немножко. Воздушная комба от Кая, заканчивает молнией, супер, я должен убить, потому что еще и с хеллфайером, с увеличенным дэмэджем. Да, Аксель побеждает. Что у нас получается у спади уже к этому моменту? Плюс 2. Так, если у кого есть желание, кто-то хочет поиграть в третьих данных на PlayStation 3, PlayStation 4, присоединяйтесь, мы в 31-й руме и играем в третьи данные. Если никто не появится, мы сейчас отыграем до выхода кого-нибудь либо вверх, либо вниз и начнем четвертый дан уже играть. Пора бы. Ну, третий у нас очень жирные такие данные в плане количества народа.
Да, четвертый, пятый у нас уже, значит, меньше. В шестом так вообще два человека. О, Руфус, привет. Так, у нас Син справа появился на соле. Ишт. Ренсен. ДП. Куда-то улетел Син, хотел идти с красавчиком. Фейнтрапит. Ждет. Ну, ДП решает. Решает все проблемы с обороной. Когда не знаешь, что делать, делай ДП. Опять ДП. Любую дырочку можно пихнуть. Так попробуйте оставить человека с ДП маленькую хотя бы дырочку. В один фреймик ему хватит, чтобы туда влезть. Фафнир. Огненный дракон. Комба до смерти должна была быть. Берст пас. Очень как-то нерешительно. Спади, видимо, опять наигрался на клавиатуре. А, Спади же играет на клавиатуре на PlayStation. Он умеет, у него есть переходник. И он должен работать. Но... ДПшечка, нокдаун. Куда-то бросочек был не туда сделан, улетел он от Аксель в другую сторону, когда Ксол уже перелетел за спину. С точкой вперед кик, нужно завершать. Не было нокдауна после ТК-бомбера. Слишком высоко находился Сол. 1-1 по раундам, Спади против Сина. Низковый слэш, клэш из ДП, еще один клэш. У нас Danger Time, 7 секунд. Кто же первый попадет на еще свою супер дамажную крутую комбу? Попал вниз панчом, но никак это не реализовал, как Винсен. Патч наказание берста, неплохо. Unblockable. Сработали те самые 6 кадров неуязвимости броска в новой капе. Поэтому Unblockable, он же бросок командный, не схватил соло в новой капе. Змея подколодная. Наказание за ДП. Бёрст спасает. Низкий гнезда сделает Аксель. Ренсен, нокдаун. Еще один Ренсен под ЮРЦ. Под ним можно атаковать. Чип дэмэдж, очень полезная вещь. И хватает контром. ДП нагло очень. Чтобы угадать контром, надо очень, я не знаю, хорошо знать оппонентов. Или быть самоуверенным, и когда тебе уже терять нечего, и ты думаешь, а, все равно такое преимущество по жизням. Почему мне не сделать контр? Мы поздравляем Спади с тем, что он проходит в четвертой даны. Сейчас у нас будет играть Грей на Кай Киске, на короле Киске, против Фумы. Да, будет очень интересный матч, потому что матчап с кроватью, вот особенно те, кто пришли из старых частей Guilty Gear, они не знают, потому что персонаж совершенно новый, еще и очень специфический. По меркам Guilty Gear даже, как бы это смешно не было. Да, четвертый дан будет сейчас, буквально, я думаю, через 10 минут, да. Мы доиграем еще немножечко третьей даны. Так, а что Канджуджа? Канджуджа, да, он не доиграл, он ушел пораньше. Что с проблему у Фумы против... Кайф. Я помню, что в прошлый раз проиграл тоже. Может быть, даже Грею. Низкими слэшами машет. Отзвонится в другом конце экрана. Под прикрытием головы атакует. Это правильно.
запорол комбу. Не получил нокдауна из-за этого. Просто бэкдэш ЕРЦ на месте стоит, смотрит. Голова. Нисходи слэш, большая молния. И Кай побежал вперед под прикрытие. Ну не понадобилось. Фума сам его съедает. ДПС разбега. Вперед хэви слэш, как вейкап. Еще один вперед хэви слэш. Нагревает. Блочить ГГ долго не полезно для здоровья. Видите наверху шестереночку, она увеличивается. И дэмэдж по вам тоже следующий будет увеличиваться. Любой пропущенный удар увеличивается с коэффициентом. Кидает молнию. Голову в смысле. Подкат. Наказывается на блоке, поэтому надо было делать ЕРЦ. Распустит ли волосы Кай? Покажет ли, что матч был сложен? Все еще продолжает бюстбейтить Фума, но делает это как-то неловко. Еще и оказывается в противной ситуации для себя после всего этого. Грей делает несуществующую комбу. Три раза в них низкий слэш уже нельзя делать. Так не комбиться. Подкат за подкатом. Очень нахально делает, потому что много теншена. Можно всегда сделать РЦ. Нет, Кай не превратился в бабу. Очень печально. Два Кая. Кто же у нас второй Кай? Канджуджа. Нет, Разель. Мне стало даже грустно, одинок, оверкил ушел. Я так привык вот этим вот голосам, когда их много. А тут даже так на душе, что скрипит. Так что и не стесняйтесь, если кто, у кого есть желание ко мне присоединиться к диалогу, я буду только рад. Даже если вы не играете сейчас, в данный момент. Бросочек от Грея. Наконец-то хоть кто-то играет не классическим цветом. А, это же тот самый цвет, который выбирается, когда оба Кая играют одинаковыми цветами. То есть Разель попытался тоже взять обычный цвет. Грей берет первый бой, первый раунд. Берет хэвислэш на вейке, кик. Полностью комба сделана, отлично. Берет хэвислэш, Разель в атаке. Ставит меточку, ЕРЦ маленькой молнии против большой. За счет ЕРЦ она оказывается в преимуществе. Кто-то включил тему Акселя на заднем фоне. Кого-то она раздражает, потому что слишком много движущихся объектов. Этот поезд. Господа, если есть возможность, не включайте эту карту. Сам лично я против нее ничего не имею, но у некоторых действительно эпилепсия начинается. Да и может сказываться на онлайне, на скорости мира. Ух ты, только сейчас вижу, что на вот этих поршнях на поезде там сердечки нарисованы, как мило. Очень по-рокерски. Гриндесива. Гриндесива всему голова. Спасает Грея от проблем с выбором опций и вообще вариаций, какой им нужно делать. Он делает просто Гриндесиву, она работает. Разель от него не отстает. Опять та самая ситуация, что маленькая молния входит в большую. Просто один в один повторилось. Подкатик. Вперед хэви слэш. О, комба с двумя метками. Очень обожаю. Она выглядит классно. Не так часто ее получается делать. Ну что, Грей доканчивает этот бой. Отлично. Полноценная комба от Грея. И у него одно очко. В то время как у Разели уже минус 2. Сейчас у нас будет Руфус. Руфус — это тот человек, который может не дать Грею продолжить свое шествие. Очень легко у нас. Опытный старичок. Очень долго игнорировал Данисен по своим личным причинам, восприятиям. Но решил все-таки принять в нем участие. Надеюсь, что не пожалеет.
или уже не пожалел. Уверенно идет, дошел сперва до третьих данов. Сейчас третьих, у него есть шанс подняться вплоть до шестого. Очень рад, что он вернулся. И уверенно показывает, что он умеет круто играть в эту игру. Уже полжизни нету у Грея. Подсуетился. Грей уже начал лидировать в жизнях. Бёрст. Пробегает под головой, делает ДП. ДП, ДП, ДП. Грей очень что-то любит ДП, прям безумно. Надо сказать, что он очень хорошо им попадает. Пока это работает, это не может быть совсем плохой опцией. Опять ДП. Есть у него какая-то чуйка на то, что противник точно-точно что-то нажмет и пытается сделать. Вперед хэви слэш, фирменный от Руфуса и вообще от Фаусов. Голова и РФ спешеру. Сам на собственной голове, на собственном взрыве подрывается Руфус. Был такой японский игрок РФ, чемпион 2010 года и более ранних годов по Гритигиру в старых частях. Вот он очень любил выбрасывать бомбочки всевозможные и на них сам подрываться. И заканчивает на этом раунде. Поэтому в честь него даже назвали фичу. Дальний слэш, в 3 хэви слэш скомбился и Руфуса выносят. Эх, я знаю, как Руфус не любит ждать следующего своего боя. Специально для него у нас будет либо турнир, либо ФТшечки. Кстати, непонятно, почему ФТ не хочет участвовать. Мы тут параллельно свои турниры проводим, свои донесены с крутанами по Mortal Kombat. У нас сейчас проходит ЦИС турнир Mortal Kombat. Советую, кстати, тоже посмотреть. Там такой накал страстей в последнее время был, что ужас. ФТ-15. ФТ-15 с кем? Вот еще вопрос. Так, подвисла Рума. Ага, Веркил у нас все-таки пока еще остался. Что такое? Кило! Я не знаю, мне выкинуть пока Веркила. Чего он? Кил, ты сидишь вообще? Может, я тебя... Ну да, мы из-за Веркила вообще не можем продолжать, поэтому я его кикаю. Ну что, можем? Да, согласен, адаптироваться не хватает. Здорово. Для этого существуют другие форматы. Несенно такой вот. Для ФТ-шек с адаптацией есть другие у нас мероприятия. Было раньше, по крайней мере. Мы обязательно постараемся воскресить. Привет, Спади. Да, привет. Как твои дела? Да хорошо, вот следующий дан получил. А там мне как-то вариант в комнату вернуться, смотреть хоть что происходит. Да, конечно, я там уверкила. Ты кикнул, а тогда как-то, по-моему, другой пришел. Я сейчас перезайду. Давай, занимай. На самом деле, нам бы уже подходить надо к концу третьей даны. А что ты не хочешь дальше? Там еще этот сидит Get This and Die ждет. Тоже хочет? О, бог. Ну, там сидит в лобби, ждет уже. Просто у нас обещают не четвертый и пятый даны еще провести. Там, конечно, немного игроков. Ну, может быть, вот заодно и народ накопим. Ну, давай попробуем. Если нет, будут вопить эти высокие данники, тогда плюс. Постепенно приходить. Ну, еще полчасика можно, хорошо. Не, закрыто, да, ну, пока стрим посмотрю. Грей у нас 2 очка уже, кстати, он сейчас закончит. Ну, если хорошо. Если победит. Сина сдаваться не хочет. Ну, я так скажу, я болею за Сина. По каким соображениям, позволь знать? Ну, просто по личным. Мы с ним играем регулярно. А, понятно. Вот, да, так вообще Грей, да, тоже надо сказать, что как боец тоже молодец.
Вот, да, ну, всех одобрил. Не, ну если отбросить, да, личные мои, то как бы вот, ну, если, если честно, вот, да, вот так положить руку на сердце, как боец, мне как бы, да, Грей понравился, но за Сина я болею больше. Ясно, вот. Понятно. Вот, да. Ну, Сину еще давно мы с ним рубились в этот. А, как там, еще в Рилов, в тех времен. О, так этот человек пришел из Релоуда, да? Так да, из Релоуда он там купил консольку, было. Не постеснялся. Да, и, если я не ошибаюсь, было там целый Enrage, у них какой-то то ли клан, то ли что-то было, у меня было написано Enrage Sin, там, Enrage Boomer, Enrage, короче, Tamagotchi. Вот, и вот Sin, похоже, короче, прорвался. Вот. Но, я помню, все времена в Релоуде он нормально рвал, очень хорошо, ну, может, подтянется, я надеюсь, верю в человека. Вот. Мне только что идея пришла в голову, что можно организовать свой клан, и просто если кто-то у меня выиграет это действие, я автоматически включаю в этот клан. Ну, такой, ну, у тебя, знаешь, такой невозможный, да? Ты точно будешь один в этом клане будешь. За словами еще можно подумать. Клан называется Гога и Японцы, да? То есть там из русских вообще только, да, один Гога и будет. Ну, Равен тоже точно попадет. А, ну, может быть, Равен, да. Гога, Равен и Японцы. Не, ну так. Мало ли, у меня будет совсем плохо настроение. Я еще побеждаю, то есть деваться некуда, обещал. Вот, а так у нас... Тип... очень крутой станет, почему нет? Ну, да, я просто про сейчас говорю. ЛВМ, Дерон, 2С, там, если захотят. Ну да. А, нет, смотри, они уже вровень в ровень идут. Все, Грей победил. А, победил, да. Подожди, мне бы в Руму как-то вернуться. Давай возвращайся. Ну там дверь на замочке. Сейчас, там... Там кто-то есть? А сейчас Грей покинет нас. А, Грей же, да, он все, он выиграл, победил. Победил сейчас, победил всегда. Угу, уже. Хабаровские шуточки. А, Син нас, кстати, тоже покидает. Почему? А, он минус 3 скатился. А, блин, как жалко. Ну, что делать? Ничего. Ладно, за него все равно болит. Вот за него болит кому-то втором даме. Жалко. Так, вот тут оверкилл спил. Они что-то еще не вышли, да, из Румы? Смотрю. А, один вышел. Сина я сейчас провожу тоже. Угу. Ну как-то... А, не успел. А вы там до шестого, там только ты 2С, да, сидите? Да. До шестой мы точно никак не сегодня не играем. Ну да. Это там... мы отдельно день точно выйдем. Кстати, там уже мы играем до 4 очков, как минимум. До 4, да. Там. А там не с 15-го разве, или с какого-то было 4? Нет, что бог-то мой. Мы-то там не доживем. Ну, а какой там в итоге максимальный тебе дан? 10-й. 10-й, да? Что-то мне казалось 15-й. Нет. Потом, может быть, еще имены появятся, мы доживем до этого момента. Это какие? Это которые Гога и японцы? Ну, хотя бы так. Я не знаю, название еще находится еще в обработке. Да елки-палки, только Рума открылась, уже опять закрылась. Ладно, я опять стрим посмотрю. Сейчас так, мы... Ашмират спрашивает, кто там это спаде это. Надо у магазина попросить покинуть, если он еще этого не сделал. А. Так, а это вот сейчас... Подожди, а это... Там играет Фума. Фума, да. И Канджуджа. И Канджуджа. Угу. Канджуджа меняет персонажа быстрее, чем... Я не знаю, чем платится. А я не помню, кем он играл. Да это помню Сина. Он и Каем был, и Солом был, и Милей был. Боже мой, кем только не был. Так, тут какие-то картинки идут. А чего, Евклид, ты меня спрашиваешь, когда будет Клэр? Клэр там пятый или какой-то дан. Вот когда такие данные будут, будет Клэр, и то у вас здесь он захочет. Как? Клэр, Эклэр. Да, пока, как видишь, Клэра нет. А будет он, не будет, мы как бы его не гарантируем его появление. А я не помню, кстати, в каких данных ты сидит. Эклэр тогда. Он, по-моему, в пятых, что ли, данных, или в четвертых. Сейчас я посмотрю по списку. Черт, значит, я его не вижу. Ладно. Да, а, вот пятых, он, пятых, да. Пятых, да. То есть это когда до пятого дана дойдем, тогда вот если ждите. Дойдем. Да, и тогда и ждите. Я за то, чтобы прекратить третий, но вот мне спадик наговаривает, что дайте людям поиграть. Не, ну пусть дорвались. Публика, я не знаю, там в чате тоже что как хотят, что посмотреть. В скайпе читать не успеваю, а что еще в чате писать. Угу. Гога все кидай меня на комменты, говорит мне фанки. Но не успел. Фанки только вернулся, его кидает уже тут. Так, мне на телефончик просто позвонили. А тем временем у нас Фумка-то тащит. Ну, Фума молодец. Я его помню, еще когда этот. Когда был маленький, рос у меня вот буквально на руках.
Да нет, он приходил на хоумфайты ко мне. Папка его со мной водку приходил пить. Ну и водку пил, как бы, если ко мне на хоумфайт приходишь, ты уже по дефолту этим занимаешься. Вот, и... А, я поставил не тот. Я поставил в очередь, стало надо в зрителя. Вот, и довольно хорошо человек прогрессирует. В общем, заслуженная победа, как я вот считаю, у глаза заслуженная победа довольно. Ну, выход вот следующий дан. Так я думаю. Это довольно, она такая, знаешь, дипломатичность добавляет любую фразу. Какая дипломатичность? Довольно победил, довольно молодец. Ну, да. Так, а у нас Магасин ушел? Я вот не вижу. А Син, да, ушел. Так, ага. Ну, он тут пришел Get This and Die, он в самой последней очереди. И ты пришел. Ну, я-то не играть пришел, а так посмотреть. Правильно. Чем люди занимаются, это мое отсутствие. Приглядеть за людьми. Да, ты мало ли, тут ничего, так, что-то у нас не так. Победил Бэтмена, проиграл Канджуджа. Угу. Канджуджа тоже на грани вылет. Так, сейчас я пока чатик почитаю, какие вопросы задают. Давай, я не успеваю. Хорошо ее выпадает. Вижу БНБ Сина. Бомберлуп пари в минус 3 иди. Парю я, да, бомберлуп бывает такое. Добро. Учусь. Палка, подкат, палка. Жужа. А, Жужи вот они назвали. Канджуджа они Жужу называют. Так, вернемся к бою. У нас Грин CV качество оверхеда. Все правильно. Так, а это проклятие Фума, он очень любит кайф, у него вообще никак не заходит они. На. Там уже разделе, он уже проигрывал один или два раза. Ну они, в принципе, оба там, расстояние контролируют. В третий раз ты должен победить уже. Они дрались уже, что ли? Да, они дрались. И никак Сина, он все время Сина проигрывает. Ну не Сина, это же он Кай. Да, взял, вот он будет, взял, молодец. А сколько у него? Два уже? Два? Нет. Единичка? Ноль сейчас. А, ноль. Был в минус. Так. Выйдет, пытается напасть. Видимо, не дают. Да, заплевать поле. Нет, заплевал. Ага. Все, Сина. Гриносева. Вот она, грязь-то. Не, у него тут уже в углу кая преимущество. Выйти не дает. Арзель уже юрсит нормал, лишь бы не отпускать. Как у нас было, когда этот... Ну, этот, кстати, молодец. Заблочил все. Фума. Все, опять не травка. Да, и выбрался. Выдохнули. Uh-huh. Так. Ну-ка, что, он будет там расставлять-то свои значки? Вон, посмотрите, что тоже. У обоих значки, кстати, есть. Одного усилившего, другого дежавю. Повторяется. Да, потому что по фэншую все висело. Но опять он вот в углу. И... ГТГ превращается в какую-то такую меточную игру. Да. Еще надо. Еще чтобы Эдди ходил со своим этим монстром. Ну вот смотри, вот теперь он сам его в угол поставил, так, прессит. Вот, зато бы, знаешь, ходил, вешал бы, знаешь, картины такие на экране, всевозможные. Оттуда просто бы там на его прадед, короче, смотрел бы на нас, а оттуда тень бы, знаешь, вылазил, такая рука бы так хватала, такая, не промахнулся. Командник зашел, знаешь, такой, это телевизор какой-нибудь, знаешь. Да, телевизор из фильма «Не крик», этот как-то, ну, звонок. Просто расставляешь везде всякие предметы, из них там начинают там оленя живая, там рога, знаешь, эти вот голова-то торчит из стены. У нас тут камбэк, но опять он в углу не убежал. Почти до тайм-аута они борются. Да, все, ноздря в ноздрю идут. Так, красавцы. Нок сегодня может и... А, Нок сегодня точно не будет, он в шестом дане со мной сидит, там никого больше нет. Нок там разве, а не 2С? Или это одно и то же? Нок и 2С это одно и то же. Или вы имеете Нок Лаум? Нет, Нокс. НОХ. Нет. Нокс, НОХ, нет. А. Там сидите, он там весел, наверное. Так что Нок 2С, и он же Нок Лаум. Окей, его сегодня не будет. Точно, абсолютно вам скажу. Ну, сегодня будут другие крутые игроки, я надеюсь, мы успеем до них дойти. И, в принципе, сейчас ребята тоже, которые вполне... могут подняться до пятого дана сегодня. А Get This and Die он наш, да, оказывается? Просто помню, какой-то там был Аксель, причем, по-моему, он на английском на всех звездел. Мне казалось, что это Get This and Die был. Оказалось, нет. Но он давно, он же тоже из Reload Online, довольно активен был тогда. Именно с Get This and Die у него ник был? А, по-моему, да. Я не помню, просто из Reload. Пусть он в чатике напишет про себя. Расскажи о себе нам, да. Фотографии желательно, только там. Именно симпатичная девушка 4-го размера.
Там это резюме свое, там место работы, опыт, если напиши, образование. Так, они опять почти у нас зря в ноздрю идут. Ой, ну-ка, Ким. Ну, добивать-то кто будет в блок? Ай, молодец. А где же фирменный Рзейский ДП? Оно бы сейчас пригодилось ему. А вдруг бы промахнулся и все. А вдруг бывает только всякое. Да? Ну вот, да. Рзель редко промахивался. Вдруг бывает только ДП. И Рзель нас покидает. Да. У него минус 3. Увы. Ну, ясно. Все, становится нас меньше. Видим, все-таки придем сегодня к четвертым данным. Да, ну давай до Гидзиса тогда ждемся. Просто мне реально жалко человека. Так он же заходил уже. Да, вот он стоит там в третьей очереди. У него будет возможность. Так, а сейчас у нас за Фауст это кто? Это Руфус. Руфус. А он, по-моему, или не... А, нет, я его на Fighting Crew видел. Не помню, был он в Reload, нет? Нет. Сникс с Fighting Crew, по-моему, да. Он же с Soul Calibur пришел как раз в Hurt играть. А, точно. Точно. Я все помню, вот этот ник вот висел где-то, когда мы там пробовали Soul Calibur висеть. Это я его читал, все, вспомнил. Ну, чемпион у нас последние годы. В Soul Calibur? Да. Ну, красавчик. Ну, ладно. Теперь он решил освоить 2D? Ну, у него это хорошо начиналось. Вот сейчас у него перерывчик был несколько месяцев. Немножечко подзабил, своими делами занимался. Но сейчас вернулся. Ну, что-то вот он в Perfect-то вот как бы. Вернулся. В Perfect. Perfect вернулся. Так, что. Не, он пошел. Но они какой на файтинг-ру, я не помню. По-моему, так 2S зовут. Сейчас посмотрю. А черт его. Так, а есть ли какой-то чат, куда все бы все три бы... А, вот, да. СК-2ТВ. Все выводится. Нока. Вообще все. Так. Честно говоря, я не помню, как Нока зовут по чату. Он точно есть на файтинг-ру, у него картиночка Зата, смотрящего. Наверное, надо искать что-то связанное с Зата. В темке про Зата где-то там. Ну, должен либо Нок, Лаум называться, либо 2С. Так, спереди, ну, сейчас, сзади. У нас там сейчас переброс мусором на экране. А Руф, кстати, временем почти забирает раунд. Вполне уверен так. Угу. Он, видимо, то ли в ближнем бою что-то растерялся. А на дальней дистанции он довольно хорошо преимущество свое использовал. А он хорош. Мне вот очень понравилась картиночка эта с бурстянкой вообще. Супер. Я себе даже на страничке. С чем? С бурстянкой. Что это я не видел? Из паблика Робобобра он там. Взял картиночку из доктора Хауса. Где там все актеры смотрят куда-то вниз, как будто там на персону лежит подопечный. И Фауст. У вас бурстянка? И с ними рядом Фауст стоит, так приклеенный, очень классно. Не отличишь, что он там лишний вообще. Это у вас бюрстян. Так, тем временем. Опять у нас... Руфус тащит. Ну, Руфус тащит, но сейчас энергии меньше. Фума все-таки тащит пока больше. Фума, да. Ой-ой-ой, перебивает задом. Да, это он не этот, не антиэрлис таймом неправильно. Он делал пьет панч, но кровать так вот специфически падала, что попала задом и убила. Так это он стаймил неверно или удар такой? О, кровать на кровать сейчас будет. Так это я говорю, он стаймил неверно или удар такой? Да, там нельзя было вылезать перед панчом. А-а-а. Просто нельзя. Понятно, удар такой. Я просто из этих новых очень не очень хорошо знаю этот матчап. Особенно вот этот вот на кровати. Это Гарри Поттер. Что-то лезут, какие-то короны летят, какие-то что-то поразвесил, сам увешался, фиг знает чем. Летит, то есть, короче, надо поразбираться. Что-то вот я мало в онлайне встречаю. Вот лично, я понимаю, что это не есть, но почему-то я лично мало встречаю этих новых персонажей. После релоуда ты вообще офигеваешь, конечно. И очень специфично, очень страшно. Не, я после релоуда радуюсь Акселю, но я, наверное, прокомментирую Акселя, когда будет Get This and Die играть. Вот. Чем он меня радует, на самом деле. Здесь очень специфические у него техники. Mm-hmm. Он делает спешалы, все спешалы у него обладает таким замечательным свойством, что там, где он их сделал, остается меточка с их картинкой, с этого спешла. Завтра бабушкин пакет мне несите, а где пункт? Не знаю. Так, и чуть... Ну... И эти меточки остаются, и он может, вместо того, чтобы делать сам спешл, он может с любого конца экрана активировать эту метку, и появляется такой фаербол, который повторяет полностью его действия. Mm-hmm.
его как бы, пока это вот дежавю, так называемое, она реализуется, он у него развязаны руки, он может атаковать прикрытием спокойно. То есть получается, что их двое на экране, а то там и трое. Ну да, да, и вот это надо все эти штуки развешенные, как я говорю, не пошуршусь, надо сбивать, да. Они, если там, например, его падалка, она оверхед, то и дежавю его, оно не оверхед, просто как фаербол идет. Это а там он блокабл у него хоть нету с ним? Нет, у него нет блокабл, кроме барашка. Да, вот я барашек не понимаю, тоже как действует еще. Он просто запускает барана за полтеншн, это супер у него. Да, да. Он стоит сначала перед лицом у него, потом телепортируется за спину за противника и медленно ползет. Как только он доползает до противника, его можно лапками отбивать. Вот. Он тебя сразу в стун гоняет. Рядом с тобой появляется Бэтмен, делайте полный комбо в этот момент. Либо можно ударить Бэтмена, и тогда барашек исчезнет. Так, тем временем что у нас? Тем временем опять они сравнялись. У нас сегодня Фума такую напряженную игру показывает. Где с каждым соперником просто ровень вровень. Чтобы пройти в третий дан, обязательно начать играть с первой даны. Там вы должны определиться... Да, кстати, чатик что пишет? Определиться с... на чем вы играете, на PlayStation'ах или на компьютере. Потому что они не могут быть связаны. На компьютерах скоро начнут проводить донесены, на консолях уже проводят регулярно, следите за новостями в темке. Да, все данные, как бы, да, когда первые данные, они в теме обычно пишутся, анонсы даются, Торик пришел. Да, мы стараемся максимально везде оповестить об этом, насколько нам позволяет возможность. Надо начать с первых данных. Первые данные вы участвуете бесплатно, главное о себе заявить в темке, на файтинг-групп. Либо ну вы... сколько... Ага. Там примерно приводится так где-то раз в неделю, раз в две недели. Нет, каждую неделю проводится. А, каждую? Иногда по два раза. Уже на этой неделе понедельник проводили. Точно. Может быть, еще проведут на выходных, так что. Не, это еще третий данный. Спрашивает Эвклид. Да, у нас он написано, что это пока третий данный. И Фума что у нас? Фума прошел дальше. Поздравляем его. Да, о, красавец. Угу. А у нас еще Фанки появился после тоже длительного перерыва. И не смог сразу влететь. Так, вот у нас Get This and Die вышел. Ура, ура, ура. Осталось 4, сейчас... 4 человека, что буквально, то есть у нас сейчас кто-то выбирается вверх либо вниз. Ну, и да, ну... мы заканчиваем. Как-то так. И переходим к четвертым данным. Незамедлительно. Я хоть расскажу, что меня тут обрадовало у Акселя. Давай, давай. Во-первых, меня обрадовало то, что у него с панчей и с киков у него теперь появились комбы. Вот, то есть в релоуде накомбить 6, не с кика, а вот именно с 6к накомбить просто вот вообще практически там, ну, нереально. Тем более надамажить. Вот. Ох, потом ты. Мне понравилось, что с Рошосовым можно с РЦшить и накомбить. Вот, очень полезную штуку. Вот, ДПшечка, это просто. Это для меня самый праздник. Это вообще, этого не было ни в одной из предыдущих частей, это, конечно, волшебство. То есть всегда у вас главная проблема была, что вообще, извините за... Свенг сосал, в общем-то, в обороне. В обороне силой. Это просто, это вот ты знаешь, ты понимаешь, что ты можешь тут навалять, но тебе просто тупо нечем. И вот есть там прессинги, особенно у кого-нибудь этого, у Соло. Он бьет, 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 а потом на тебя летит с ядом или с чем-то. И ты, я понимаю, что там у него окно, я не знаю, там такое окно, бабка выпадет, но не какой-нибудь мой ли удар туда войдет. Теперь, когда появился ДП. Вот, а теперь, понимаешь, так вот, ничто не предвещало беды, а тут бац, ему дают, наверное, самое лучшее ДП в игре в принципе. Да, который через РЦ еще выходит на комбо, то есть там можно накомбить, а если ты еще профессиональный игрок, накомбить там можно неплохо. Вот, и там вот я смотрел, какие-то отдельные комбо еще ходил на этот дослуг, показывали там. Они расписаны, они не получились, но там реально крутые, там можно длинные комбы делать. Вот, и можно это выход на стойку. Вот, то есть, если у тебя нету там РЦ, вот ты улетаешь, то можно выйти на стойку, можно нападать. Там, да, стойка это еще нововведение, которого не было в предыдущих частях. Ну да, на самом деле я вот из ТВ не часто эту стойку использую. Да, хотя зря. На самом... Мало кто с ней вообще что-то может сделать, вот что проблема. Да, это да, но понимаешь, такое происходит в момент, что я к ней привыкаю. Да. И потом, когда с опытными людьми, которые знают, как с ней справляться, да, там, который уже есть опыт, то уже мне гораздо сложнее. Стойка, знаешь, я привык, я знаю, что не надо, но буду сувать. Надо, конечно, как-то менять свои действия. Но вот против среднего и новичков вообще очень хорошо идет. Да, вот против новичков, особенно когда люди не знают, что делать, или пытаются там сунуть в них грамотно тайм, то да. Так, тем временем вот так. Поровну идут.
Да, ровно сравнял. Вот этот как раз, что я сказал, ЮРЦ. Ренсена. Ренсена, это просто это хороший элемент прессинга, хороший элемент зонинга. С него там можно прям разводить. Оборона, оборона хороша. Да, оборона, все хорошо. И вот, в принципе, благодаря тому, что он использовал вот сейчас, и вот до этого он на комби вот и выиграл Аксель. Так, Канджуджа, спасибо за игру. Он у нас отправляется обратно во вторые даны. Так вот получается. Заценил, какой у меня аккаунт? Да, я видел какой-то. Это вот у меня. Ты что, сатанист? С PlayStation 4. Да, понимаешь. Я скрывался до этого. Осталось у нас 3 игрока. Ну давайте уже, завершим. Ну давай, да, посмотрим, что они там добьют. И перейдем в 4-й дан. Буквально 10 минут. 10-минутная готовность. 4-й дан могут готовиться. Говорит, что не по... Вот пишет, говорит, расскажи, что мне понравилось у Акселя в Эксерт. Все, потому что я сол. Мне не нравятся эти изменения в Акселе. Ну да, соло особо очень плохо стало играть. То есть, если у соло было очень хорошее преимущество над Акселем, в принципе, то теперь, ну, оно, скажем так, поменьше. Все равно, конечно, зависит от опыта. Вот мы играли с Кингушей недавно. С Кингушей? С тем самым Кингушей? Да, и очень так весело игра сводила. Знаешь, кто кого доведет до угла. То есть, если я ближе к углу, все, я умираю. Если я дальше от угла, я выигрываю. Даже, знаешь, сидели ржали как бы над игрой. Ну, над игрой, над тем, что происходит на экране. А Кингуша за кого играл? За соло. За соло. Да, то есть он прессит там не дает. Это не настоящий Кингуш. А кто это? Я спрашиваю. Там просто уже много легенд по этому поводу, поэтому вроде бы там начали разоблачать, что это такое. Ну, может быть, слушай, я просто не знаю. Я вот увидел Кингушу и сыграл с ним, вот, по-моему, один или два раза. Он, не он. Я его не видел до этого. Вот так развращает возможность менять ники. Каждый может написать что угодно, хоть Путин. Политические драчки устраиваются. Вот ДП просто за Аксель теперь, если ты не уверен в чем-то, успеешь там... Да, жми ДП. Делай ДП, а что, окей, все будет. Я его даже на блоке наказать не всегда, не каждый может. Люди уже пишут, что это ты был за Кингушу играл. Ничего не скажу. No comments. А, так это ты был. Ну, ходят легенды. Ходят легенды, себя разгадали прям на стриме, да? Маленький паустенок ползет. В общем, Фауст давит, он такой. Несвойственной ему манере, очень агрессивно дотащить Аксель до стены. Угу. Вперед Heavy Slash, он все-таки в этой игре не очень хороший, в плане того, что в том же АЦ, или в АЦР, или там и там, это был еще не то, это, во-первых, был комбо-стартер очень крутой, во-вторых, он в комбах, если там по воздушному попадал им, то он вообще был частью комбов. То есть у Фауста? Нет, у Акселя. Вперед Heavy Slash? Ну, слушай, здесь она на контур. На контуре реально комбиться, а там она антехов столько давала, что если по воздушному попадаешь, даже не в контур, там... Она ее в комбы пихали просто из-за того, что она после того, ты в комбе там после ФРЦ Ренсена сделаешь вперед Heavy Slash, ты можешь дальше комбить. Вот, в этом плане было еще круче. То есть здесь он такой, на самом деле, еще средненький. Слушай, на самом деле я посмотрел на поводу. Ну да, наверное, средненький, но я посмотрел, как играет Шута. Ну, он, во-первых, стойку абьюзит просто по-черному. И абьюзит вперед Heavy Slash. Он делает с такого расстояния, что он прям попадает самым краешком хитбокса, что его не успевает наказать. Его. А там плюс один. А на краешком там можно получить и плюс поприличнее. Да? Вот что. Поэтому вперед ХС, у него объявить надо. Мало то, что это верхэд, так он наказуем по определению. Да ладно? Не, вблизи он наказуем, там ДП может еще что-то. Плюс один. Ну только если прям в стартап. Вот. Да? Буду знать. Поздравляем Руфуса, он не вылетает. И удлиняет нам дальше бои. Так, сейчас у нас Руфус и Функи. Так вернемся. Так это ты, Кингуша? Да, все, проехали. Ладно. Ну, уговорил. Все тебе скажи, да расскажи. Только если в эксклюзивном интервью. А, ну хорошо, тогда потом, после стрима. Так, а к нам еще кто-то присоединился, или это у меня глюч тоже? А, да, вот мы ушел. Планкиус какой-то. Плахикус? Да. А, это кто? Это Плаха был? Ну да. А,
Но он играть не будет от себя, потому что не лагает. Так а что-то его вообще редко видно в последнее время, или как? Или там он, мне его редко только, видно? Он только вернулся. Только вернулся. А из путешествия своего долгого. То есть он сегодня должен был от меня играть, а, но приболел. То есть у него день рождения недавно было. Ну, понятно. Так. Праздновать-то будем вообще, хватит. Ну, если сегодня поднимается, тогда на следующий, короче, даун проставляется. Плакать должен будет играть четвертый даун. Как ты четвертый? Погоди, ты четвертый? Да, он четвертым, да. Да, а когда он сказал, я бы третий не давал. Да, я не знаю, я в таблице смотрел, там в четвертом висит, да. Окей. Не знаю, как он там оказался. Не, он не в четвертом, да, да, в четвертом. То есть он будет сегодня всем лаги добывать. Ну окей, ладно. Ладно, ладно. Вот из-за таких. А потом насчет бруталити делать. Что там еще? Фаталити. Проявлять всяческие неуважения к сопернику. Ты читал эту тему? Нет. Боже мой. В МК? Как так? А? В МК? В МК. А что там? Как не уважать соперника? Боже мой, там же такая эпопея сегодня. За последние пару дней было. Боже, кошмар. Чё? Там у человека взрыв были от того, что... Да, что ему один игрок из Питера делал бруталити. Он считал, что это безумное неуважение. Когда ему сделали фаталити, он вообще заагрился. Сделал так в ответ бруталити, его удалили из друзей. Он обиделся еще больше. Так, а он может в милицию напишет заявление, что персонажа бьют? Его персонажа бьют. Ну или нанести там тяжкие телесные. Разберитесь, пожалуйста. Разные, конечно, люди бывают на просторах онлайна. Но здесь еще надо списывать, что это МК все-таки. Там в войне все можно. Ну, не знаю, как там онлайн-комьюнити МК, но мне говорят, не будут. Я не игрок в МК, только там дома иногда. В трилогии. Под одеялом, чтобы никто не видел. Не, почему? В открыто. Просто я не особо что-то любитель. Мне нравятся сюжетки, там все эти дела, самой игры нет. А тем временем Crimson Funky то вот. Так, мы с тобой отлично прокомментировали бой. Да, ну молодец, Crimson Funky, просто комментарий компенсирует все остальное. Руфус хотел побольше поиграть, в общем, а не получается у него. Сколько там уже у Руфуса? Руфса минус 2. Ой-ой-ой, рискует. Если он вылетает, то все, мы заканчиваем однозначно. Угу. Так, четвертый данный я продекларирую, когда время придет. Да, я сегодня хотел быстренько всех прогнать, а быстренько никак. Народу много. А вообще как, прибывает народ, не прибывает? Просто я второй раз. Сейчас на ПК начали все региться. А, на ПК, да. Понятно, что на Соньку пока не откуда взяться народу, ну как-то, нет, на самом деле появляются, знаешь, я удивляюсь, но народ все-таки покупает консольки. Если раньше в глухомане наши брали, то сейчас, конечно, доступнее информация и все остальное как. Ну она и стоит сейчас какая-нибудь там, третья Сонька на 3-4 тысячи стоит в Питере купить. Ну да, и игру там можно всячески, там все время дискаунт, сейчас, например, опять в американском аккаунте там, за $10 продается. О, да ничего себе, прикольно. Там каждый месяц по дешевке раздают. Да, тем временем вот опять Гиды Сендай овнит. Ну, разводит вот эти вот телепортации, как это. Вот это даже. А, нет, дежавю это. Дежавю это сами метки. Ага, ага. У него называется Task A, Task B и Task C. Задача. Я просто его пробовал в этих челленджах на консоли, но только когда вот он вышел, что-то я уже позабыл, за что. Тяжело. С другой стороны, знаешь, он довольно стритфайтерский. То есть я вот, например, как игрок за Вегу со Street Fighter 4, которого, знаешь, у всех там дэшит так себе практически, там кроме Макота там, да. А вот ходьба быстрая, она очень там ценится, она очень крутая, и там она есть в основном у чарджеров очень крутая, там у Акумы. Вот, я за Вегу играл, в Веге очень крутой именно ходьба была очень быстрая. Как вот, например, у Кровати. Кровати дэши медленные, специфические, а вот ходьба у него безумно быстрая. Потому что там вправо-влево может просто шустрить ножками своими. Тем временем они наравне в этом раунде. Вот, ДП опять старый добрый. Мне вот непонятно, почему Гиды Сендай не вейкает Рэнсен в ЕРЦ. Соперника не делает. Ну, соперника не делает на вейке. А, не знаю. Я, кстати, видел, по-моему, только я и у кого-то. Даже если скомбишь, там будет прорейд 80%. Без нагрева, без всего. Там много не выжил. Да? Фигня, я им вейкаю. Например, как наши Кай делают, там какой-нибудь слэш, да, ближний, делают вперед кик, ЮРЦ и бросают. Окей.
Ты бросил без комбы на 60, ты там даже с прорейтом после UST это будет там еще 80%, наверное, там, 50, да? То есть потратил 25% теншена, чтобы нанести 50 урона, и еще и там негатив пенальти у тебя за то, что ты использовал отмену римскую. Там на секунд на 7 у тебя просто теншен очень медленно прибывает. Не, я вообще часто... Того? Не знаю, я на вейк часто использую. Не знаю, надо посмотреть. Что я тоже видел, я видел всего один раз какой-то игрок, я тоже этих смотрел в реплеях. Вот он использовал Радсен ЮРЦ на лейках. Больше ни у кого, я что-то эту фишку перенял, но, в принципе, на самом деле мне помогало. Вот. Тем временем Гедесен, да, там запутал Кримсона в углу и уже снова с Руфусом. Снова Руфусом. Руфусу, если он проигрывает, то мы заканчиваем. Угу. Вот в чем идея. Так, да, точно. Не, этот Гедесен, да, не пойдет еще. У него пока одно. Если выиграет, у него будет два. Да, и он не успевает его. Угу. Ну, можно мы так делали, в принципе, позволяли доиграть. Потому что если уж человека решается, как проходит, не проходит. В любом случае, типа, следующий бой с танки, например. Ну, можно, да, следующий последним сделать, посмотрим, что там будет. Ай-яй-яй, Рашосон. Рашосон вообще грамотно надо кидать с половиной хотя бы танши. Да, денег, да, чтобы, да, если да, что, да, его да. отменить. И он... И в комбо, в принципе, тоже отменяется. Ой-ой-ой. Это по очень приличный дэмэдж получается, даже если в комби делать, да? Ну да, это... Да, это вот там уже можно отменить, когда противник взрывается наверху, и можно выйти на комбо. Или когда ноги завязал. Да, или когда завязал ноги, его прям можно до конца экрана отодвинуть, и там выйти на бомбер. С земли. А через что он делается, бомбер? Через не сдаст? Кик, 2D, Рансен, вверх, и потом 2К там. Ой, это не 2К, это 6К. А, через верхний Рансен? Да, он там делает, нужно два удара сделать, но я делаю кик 2D. Рансен. И делаю Рансен вверх, и все, и дальше ловишь соперника и бомбу. А, отлично, хорошо. Стоит того. Ох, руку зверь. Хоть так просто все заканчивать. Все, да. Ух, зверюга. Ну, поздравляю, хорош. Так, а мы теперь ждем, когда кто-то вылетит или перейдет в следующий тур? Ну да, либо если у них затянется, мы говорим, ну нафиг. Так, а у кого там по сколько денег? Так, Руфус минус один, Кримсон Фанки минус один. Так, что пишет пока чат? Чат пока. Угу. Они, по-моему, между собой. Ага, что там из СССР? Гейб взял в заложники Рам, вы убиты. Боже мой, что за бесконечное количество смайликов? У меня эти грустные лягушечки, это Стирс, почему-то с Гагазетом. Ему часто их писали, и он сам их, по-моему, писал часто. А у него на аватарке он стоял. Ай, да, и на аватарке. У меня поэтому это лягушка, это Гагазет, короче. Я все время вспоминаю, когда вижу этот смайлик. Жабка. А вообще откуда она? Просто не в курсе. Я сам не знаю, какая-то грустная жаба. Да, я увидел только у газет на экране. Какой-то мультик, что-то знакомое прям такое. Угу. Так. О, как же на PS4 красиво все выглядит, боже мой. Прям, да? Вроде там, они сами скажут, что мы там пару спецэффектов урезали, но сам такое ощущение, что они очень много чего урезали. Где это, в PS3 или где? Да, по сравнению с... Да, в PS3. А в этом-то какая ПК в итоге версия? Там PS4? Что-то говорят, там арт из PS3? Там арт, да, арт из PS3 взял, uh-huh. Смазанный. Но это обещали тоже исправить, типа, на косячек. Я в окне играю, поэтому... Не то впихнули. Но это исправит. А так, в принципе, вроде PS4, все спецэффекты крутые есть. Так, тем временем Руфус. Вот, конечно, не знаю, но вот я как видел издалека, Руфус. Как мне показалось, я могу ошибаться, конечно. Да говори уже. Он очень хорошо на дальнем расстоянии вот, держит преимущество. Ага. Так, да, он, вот из другого конца экрана он очень это хорошо использует. Вот, сколько вот побед я, по крайней мере, которые я успел увидеть, вытаскивал с дальнего конца экрана. А в Европе поеду ли я когда-то на турниры в ближайшее время? Что-то вот, кстати, анонсировали на Fighting.ru недавно. Опять же, в Швеции, наш любимый Destination Fight. Это будет в апреле. Вот, кстати, может быть, туда я вырвусь.
Я, конечно, коплю деньги жестоко, но, может быть, типа получится. Посмотрим. Сейчас у меня, правда, новая работа с выездами. Кстати, я буду путешествовать по всей России. Мне сказали, что я могу и в Хабаровске побывать, и в Екатеринбургах, и вообще где угодно. И в Сочи. Руфус за Фауста. Так что, может быть, на самом деле, я буду где-нибудь писать, в какой очередной город я еду, может быть, там пересекаться. Будешь ко всем на хоум-файте заходить. Да. Я же думал, что на гостиницах можно экономить, как-то заваливать. Так, тем временем опять преимущество Руфус, он на нужном расстоянии. Отстреливается. Воу, кинул в черную дыру. Какой Руфус опасный. Угу. Господи, тут уже, по-моему, все, что в карманах было у Фауста, там уже на экране. Все колбы фаустята, все. Ну вот он, в принципе, да, и выиграл. Доктор, вот. Знаешь, там глубоко в штаны руки опускает, достает уже что-то оттуда. И там фокусник такой. Мелочь пошла там, которая... Он сильно изменился после Фанки сефа. Подыграл под именем Геда Сендая, прости, Фанки, не уследил. И теперь зато плашки менять не надо. Что же у нас? Руфус поехал, помчался. Теперь у нас Фанки минус 2. Грусть, печаль. Остались какие-то сейчас вообще бои за контроль расстояния. Угу. Ближний бой сейчас нет ни одного персонажа, которому нужно срочно переходить. О, 6П. 6П, кстати, здесь тоже какой-то более человечный стан. Да, ну, по крайней мере, по сравнению с релоудом. Да, его хоть как-то впарить попроще, ну, по крайней мере, нет. Я вот что заметил, у всех в этой части почти бокс увеличились в спину. Знаешь, раньше как-то там спиной мало кто бил. А-а-а. А вот, а здесь реально почти у всех удар, там у Чипа, у ХС, например, там вот, все с воздуха-то понятно. Там на земле тоже там кто-нибудь делает какой-нибудь кик, знаешь, там бас сейчас спиной ударил. У всех боксы в спину сделали. Может быть. Непонятно зачем. Вот опять Фауст на своем расстоянии сравнял. Поел, уже не мигает. Воздушные шарики, все, гель сожжен. Оп. У нас там веселый аксель теперь пистлявый. А у них там вес меняется, да, еще? Говорят, что вес чуть-чуть меняется, ну там самая малость. То есть внезапно тяжелый не становится легким, но чуть-чуть меняется. Вот так, Руфус решил взять реванш. Угу. Отлично. Вифнул, и все равно вышел на комбо. Так, у нас там Фанки фейспалмит по поводу того, что лучше бы он вообще не играл с такой игрой. Ну, а что, с какой игрой? Что? Не знаю, он считает, что его игра недослужена. Недостойна внимания. Mm-hmm. Ну, Фанки. Ну, всякое бывает, да. А то я тебя сейчас пошлю читать темку по файтингу, где людям... Люди пишут другому чуваку, как надо охлаждать нужные места, прежде чем выходить в онлайны. Да, бывает иной, знаешь, еще когда начинаешь в игру играть, ты понимаешь, что какой-то абьюзом какого-то говна убивает, да? Которого ты не знаешь, обидно. Как противостоять. Да, бывает обидно. Обидно, когда так, видно. Руфус плюс один, Гетто минус один, да. Фанки минус два. Опять положение Гетто, теперь оказался Руфус. Руфус камбэкается. Бедмен. Человек-кровать. Кто там русский перевод хотел запилить, да? Там кто-то писал, да, в паблике что-то не кидали, где вот делают перевод. Человек-кровать. Ну вот лучше, да, какой-нибудь такой в стиле, знаешь, там... Что-то вроде в стиле потрачено, вот такого плана переводили. Человек-кровать там. Мне кажется, ГГ это вполне подошел бы такой стиль. Это как Текен был, там был вот этот, как там, Скайуокер, где этот пиратский перевод, там Огр... Нет, не Огр, Ишимицу перевели, Скайуокер. Огр был Мавр. Вот надо ГГ такое запилить. На компе же вполне можно. На обычных меню, по крайней мере. В разговорах там. Ну это уже побольше работы все-таки. Ну да, наверное. Ну я имею в виду в разговорах после боя, который текст. А, да. Не озвучка, конечно. Володарского пригласить озвучивание. Так, тем временем у нас игра по обоим углам. Соперники не торопятся сходиться, хотя вот.
хотят прессить под прикрытием чего-либо. Вот напрыжка очень довольно-таки так. Стоило преимущество Фанке, который он вернул. Руфус опять убежал на свое расстояние. Но сейчас Фаусту будет сложнее, потому что там висят все эти значки на фэншу. Да, смотри, как Кримсон взял раунд. Отжал раунд. Когда, спрашивают на ПК, голый рамлитель будет? Ну, наука не знает пока. Может быть, завтра? Угу. Так, что происходит тем временем? Фанк побеждает. Угу. Собрался. Господи, мы так не можем бесконечно гонять друг друга. Ну, сейчас, если Фанк, я думаю, побеждает, мы, может быть, думаю, заканчиваем. Да. Да, потому что они опять в нули уйдут. Так, мы до утра сидеть будем. Извини, Фанки, мы тебе уже не дадим выйти в четвертый, да. Я знаю, что ты хочешь. Но, может быть, и проиграть не дадим. Ух ты, как он съертяшил часики. Да, это было хорошо. Хэви слэш, не скамбил. Ой, молоточек. Ух ты, молоточек, во-во-во, все, сейчас преимущество у Фауста. Воспользуется, не воспользуется. Пусть он их полнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фаустер спасает жизнь. Сейчас будет таск. Почти подорвался Фауст. Ай-яй-яй. Это кровать в лицо. Ой, фу ты, кровать. Дверь. На самом деле, вот я не беру никогда шоколадки от Фауста, потому что пока шоколадка лежит, он ничего кидать не может. Да, есть такая тактика. Так соблазнительно. Не, ну там на самом деле там... Понятно, пол полоски бы еще, если бы восстанавливал. Но она много дает, на самом деле. Особенно, когда у тебя в конце жизни, когда там эти куча прорейтов дополнительно, когда там вообще ничего не снимает уже. Но восполняется все так же много. Ну, как бы там, минутишка. Процентов там 10 жизней. На конце жизни это много. Здесь можно еще целый комбо прожить. Ну, может быть, но просто обычно самих этих игроков за Фауста демотивируют. Они ждут именно как раз, когда уйдет шоколадка. Стоишь просто перед ней и все. Да, не, еще знаешь, он начинает на нее бежать сам, то а мне тут цепями отмазываешься, чтобы он туда не подходил. Не трогай каку. Так, а тем временем. Головы вылетают. Угу. Вот. Спорол. Да, не докомбил. У нас Руфус из Москвы, а Фанки у нас из. Боже мой, откуда? Я забыл, из Перми. Там написано в списке-то. Да, кто же их смотрит? Уфа. А, из Уфы точно. Уже из Уфы. Так, они опять идут вровень Да, пытаются отмазаться от этого прессинга. Выйдет дверь. Да. Прошлый раз. Или второй раз уже не сработает. Ну-ка. Ай-яй-яй. Яд сейчас. Ох, Фанк использует то, чтобы портировать этот яд. Такой виф, но все равно не наказал за виф. Все, Руфус. Я вниз хэви слэш. Фанки нас все-таки покидает. Покидает, эти да. Даны. Да. Руфус у нас 2. Давайте до Руфуса дадим сыграть последний матч. Да, пусть он последний... побеждает, он проходит дальше. Не побеждает, все. Руфус, давай, доигрываем. Сейчас у Руфуса есть да, шанс. И четвертый Дан начинают после этого боя. Так это, считай, он с минус 2 и поднялся сейчас. Минус да, 2 да. Камбэк такой. Доведет, не доведет, думаю. Просто брал, поддавался. Игрался с ними, как сказать. Что-то, говорит, неинтересно. Устроить шоу решил. Как эти перед рестлингом там выпендриваются вначале. В рестлинге, перед выходом на ринг, вот так же решил. Так, бейтит ДП. Последний бой третьих данов у нас сейчас идет. Руфус против Гэдзи Сендая. За выход Руфуса из третьих данов четвертый. И мы перейдем к четвертым, где всякие злые крутаны сидят. У нас с пятых дана в прошлый раз полетело много голов. Так что там нереальные чуваки должны сидеть. Там у нас такие нереальные чуваки, как Спади, Сил. Сосой, Разелец, Сама, Плаха, Грей, Глаз, Энни Леникс, Черки, Йоббулат, Брокен Энджел и Анти Вандалер. Так они все тут? Они пришли уже? Кстати, мы сегодня дофига народу подняли, вот что дело. Очень многие с этого раза.
Из третьего? Угу. А по-моему, в прошлый раз так неплохо поднялись, я помню, с первого, со второго. Да. Ну, мы разгрузили немножко третьи дары. Угу. Что не может не радовать. У нас теперь вторые жирненькие и первые такие толстенькие. Посмотрим. Сможет ли Гетзезда испортить сегодня настроение Руфуса? Не пустить его. Ну, он отмазывается из угла, Аксил, конечно, в углу. Печально. Спорол, скорее всего, залет какой-то за спину. Кудакиро. Оп, оп. Кудакиро. А? Кудакиро. Я не помню, откуда. Вот уже у Аксио что-то такое было, Кудакиро. Харакири, по-моему, когда залетал за спину. Ну, может быть. Так, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас он, кстати, может и поравняться. Давай! Не поравнялся. Все это, анальное угнетение прошло? Неизвестно. Вот чуть-чуть вот все, он доправлялся. Вот здесь был совсем конец. Однозначно. Ковбойский, нельзя, пистолет достал. Такой. Ну что, можно поздравить Руфуса, да? Можно. Можно не поздравлять. Перешел в следующий тур. Ладно, поздравляем Гидзезда с тем, что он остался. Руфус с тем, что он поднялся. Все, переходим к четвертой данам. Парам-парам-пам. Мы задержались сегодня на 2 часа на этих данах. Сколько можно. Давай четвертый проведем. Так, ну пора. Кто там вообще сейчас у нас сидит-то? Мы все еще все живы, видите, здоровы. Мешков под глазами пока нет, все счастливы. Что у нас? Кто там на спаде и Плахикус сидит? То есть вы мне предлагаете с Плахикусом сыграть? Ну, why not? Ну, а, все, они уже там встали сами. Ну вот я следующим тогда буду с победителем. Блин, уже прибежал кто-то. Фанки бомбит не по-детски, но в чатике. В этом самом. В скайпе. Тебе пишет? Нет, не мне, в общем. А, нет, ну ничего страшного. Мне-то что писать, я плохой зритель. Я один всего зритель, а там можно поплакаться, куча народа. Ну что, все, у нас понабежало. Ой, ой, какие все активные. Давайте все, поехали, не будем затягивать. Я так счастлив, что все еще не спят. Я знаю, что вот многие там из Екатеринбурга, тот же Сосори, например. Им, конечно, все эти ночные игры, у них там уже час ночи практически. Ух, кошмар. Как жена разрешает. О, Плаха, самое главное, чуть ли не в соседнем доме живет сейчас, а у него показывает два дилей. То есть двоечку. Кошмар. Так, кто у нас сейчас на экранах? А, не знаю, какие-то парни. Видимо, глаз и, да, глаз и Сосори. Сосори. А чё, кстати, матчап на чьей стороне? У Соло или... О, понятно, что у Соло, да. У Соло, да? У Соло. Это то, один из тех матчапов, почему, в принципе, Потёмкин лоутир. Да, а чё, он здесь лоутир, Потёмкин? В сёрте, да, конечно. Он самый слабый считается. Но не без изюминки, что на фапку, собственно говоря, показывает. У него, ну да. Огромный дэмэдж у стены и прям колоссальный есть. Больше просто никто не выжимает. Пара фишечек. Акселем против него стало посложнее играть, потому что если раньше ты его угнал там на длину Ренсена там, в каком-то релоуде и бьешь там, ничего вякнуть не может. То есть там очень опытным игроком нужно быть, чтобы, да, там, от Акселя отмазаться. А здесь у него вылеты всякие появились, он как-то прыгает по-другому уже. Вылеты не... У него щелбан очень крутой. У него большущий рейндж у щелбана. Да-да-да, щелбан, вот эти все дела. То есть там раньше можно было с другого конца экрана Акселем просто вот так кнопку нажимать, как, я не знаю, в Call of Duty просыпать по студии. Вот. А этому надо было очень стараться, чтобы из этой ситуации выйти. С Потёмкиным. Теперь я должен сказать, немножко ситуация поменялась. Ой, там девушка села на коленки, девушка тогда... Эх, Даша, Даша, ущипни ее за попку от меня. Ой, ребята, что вы тут пишете? От себя ущипнул человек, пишет. Когда жмот. Жадно. Гнездост. Ох. Блиджилд. Камбусик. А чё же не продолжил полет? Неужели он бёрста ждал? Ну, в такой ситуации бёрст бесполезно ждать. Он... Противник ничего не боится. Так. А глаз уже очко заработал. Да. Натянул. Глаз на глаз. Ну-ка. Так. Что за японский скорпион из Питера?
на Фаусте Руфус. Руфус, да. Скорпион из Питера. Да, простите, предыдущее сообщение я не прочитал, я не успеваю там следить за чатом. Ну, вот тут... Попробую организовать так, чтобы я чат видел постоянно. Тут, на самом деле, этот матчап мне интересный, ближний бой против дальнего. Бросочек. Глаз любит броски. Надо ему дастами отомстить. А он отлично их реализует вообще, прям прекрасно. Mm-hmm. Слов не скажешь. Тут, на самом деле, то, что он делает, там очень четкий тайминг, на самом деле, нужен. То есть, ну, очень-очень их быстро делает, то есть, после этого, после Gunflame ERC. Народ, я справлюсь, я буду читать, честное слово. Я вот начинаю читать. А комбы в драчке по чипу, окей. Блин, ну, видимо, из-за того, что появились эти отличные челленджи, туториалы, как-то нет... Такого нет ощущения, что нужно еще что-то дописывать к этому. А ты много чего вообще используешь из челленджей? Мне кажется, из челленджей вообще все использую. А, ничего себе. У меня есть подозрение такое. Мне надо перепройти их, конечно, заново посмотреть, что там было. Но, по-моему, все используется. Ну, вообще, там надо не столько комбами, сколько вообще, в принципе, по чипу побольше что-нибудь накатать. Не плачь, все остальное. Да, чтобы он вот там под ногами крутился. А то там написал в свое время Кьё, но там на эмоциях больше. Правды там не очень много. Так, а тем временем у нас Руфус уже взял раунд. Так, Дослуп. Сол попал в угол. Командничек. Ой. Ух ты. Что за как-то вот так развел. Пьет ХС, так не на реакцию. Что на таймер. Надо было хоть посмотреть, попал молоток, не попал в блок в хит. Там блокстана хватает, хитстана тем более. Пьет ХС пихнуть. Так. Глаз берет бой. Да, сейчас получается с глазом матч-реванш будет. Не факт. Не факт. Да, еще же третий раунд. Морг, рак, пика. Клюнись на ком, лучше начинать, что там по тирам, если сложно рассказать. Shadow вот, Deadman пишет, да. Да, люди рекомендуют начинать с Кая, вполне Sky, однозначно. Он самый простой, при этом еще и очень сильный в этой части персонаж. Вот. Если уж совсем не хочется быть таким классическим парнем, я не знаю, честно говоря. Можно Лео порекомендовать? Тоже несложный для новичка. А Син? Син посложнее. Он сложнее, да. Сина бы я из-за хавчика? Ну, из-за хавчика, все-таки у него очень специфический удар, у него нет такого, что там делаешь гринда сиву какую-нибудь, да, или там реки и победа твоя. Там у него все удары очень свои, своевольные, да, там под разные ситуации разные используют, у него нет универсального ничего. Mm-hmm. Поэтому, конечно, я вот рекомендую либо Кай, либо Лео, или Фауст в конце, но Фауста придется немножко побольше постараться, если ты не играл в предыдущей части или файтинге вообще. Я, если честно, начинал с Веном. Но Веном сложный. Да, Веном сложный. Я пересел на Акса, но мне просто чисто визуально и эстетически ни Сол, ни Кай не привлекали. Я сразу как с Акселя начал, так на нем и играл. О, не будет у тебя матча реванша с да. Глазом. Ну, вот посмотрим, что сейчас Руфус скажет. Вот просто а чип, Эльфелька, конфетка. Эльфель-то очень сильная, но она не супер простая в обучении, в образовании. Для новичка я не уверен, что я порекомендовал. Хотя, знаете, наверное, нет, вроде у нас много новичков с ней начали и как бы довольно успешно по других новичков били вначале. Можно попробовать, да? Ну, я, если честно, придерживался мне, чтобы персонаж был интересен, прикольно, знаешь, чисто за него играть. Я вообще в ГГ вот играю, потому что этом прикольно участвовать, да. В принципе, я согласен, что как бы это игра, что ты в нее научишься быстро, если тебе персонаж по-настоящему нравится. То есть так-то, в принципе, простой-простой. Ну вот совсем, если как бы никто прям супер не нравится, бери-ка, не промахнешься. Ну да, вот если просто чисто на поиграть, да, вот исходя из механики. Так, он тут кинул нефть. Она не дорожает, она не дешевеет, он ее разбрасывается. Mm. Ну, все, она уже как мусор. О, поджог и сам спасся, отлично. Оп, оп, оп.
Да что же я? Ну попробуй Фейку. На самом деле действительно лучше брать сразу персонажа, который нравится, и если такие есть, и играть в него просто. Просто из-за того, что тебе он нравится, ты здесь не будешь быстро сам изучать, что-то посмотреть, быстрее поймешь, как выигрывать. Да, тут на самом деле такой панацея вообще какую-то игру выиграть начинает, там, в середине, заканчивает. Нет, тут чем хорош ГГ, то, что он, в принципе, универсальный. Ты можешь делать то, что тебе нравится, и ты можешь идти чисто вот как по книжке, по механике. Да, можно стать топом совершенно со своим стилем, и делать какие-то имбецильные свои вещи, но они будут работать. Потому что ты потому что чуешь, когда их можно делать и как их можно делать. Прямо на самом деле в ГГ здесь многие файтинги, где по стилю очень легко узнать игрока. Тем более цветом, как именно ником не играл. Ой. И так далее, и так далее. Рамлеталка сложная. Да. Для новичка она реально очень сложная. Но опять же, у нас вот есть Хадрон, у нас есть много кому. Кто о ней может рассказать? Клер, в качестве примера. Так, этим временем в бочу выхватил. Ну-ка, он прыгнет? Да, прыгнул, смотри. Как и прыгнул. Хорош, хорош. Порадуй старичка, прыгни еще разок. Да, кстати, когда играть против Акселя, значит, что Аксель просто спит и видит, и улыбается во сне, и ждет, когда вы прыгать начнете. Потому что нет для него большего счастья, чем вас поймать в воздухе. О, да. Ой-ой-ой. Нифиг спамит. За дело получил харю. Я говорю, просто за Кая брать, если хочешь побыстрее начать выигрывать. Быстрее с минимальным усилием. Это правда. И Лео примерно с той же серии. Ну, за Лео надо уметь четверти вводить. Много. Это что, в полукруге или что? Четверть. Это вниз вперед. А, ну, да, полукруг. Ну, не полукруг. Рейки. Ай-яй-яй-яй-яй, какой я был право неосторожный, ай, сейчас по мне и на комбе. Так, оп, оп, мягенький, нет. Да что же, у него же антиэр, ты как у... Да, антиэр у него каждый второй удар, каждый первый. Ой, кабанчик рано сделал, чтобы бокса не закончился. Так, идем. А, да, он будет... Да, ёлки-палки, все, минус один. Осталось-то чуть-чуть, победа так близка была прям. Да. Очко прям на столе лежало, тяни руку, бери. Его взял кто-то у тебя. Ну да, пока. И что, кто же у нас следующий? Неплохий кус, Лив. Где же нас плох? Нет. Кто это, Силф? Так, Син на это. О, вот это интересно посмотреть. Да, действительно, матчап интересный. Возможно, они, кстати, уже сегодня играли, нет? Силф сегодня раньше отобрался, чем Плаха. Ой, Руф сорвался. Эх, если бы это был Плаха, это Руфуса бы точно остановили. Плаха вообще что-то вышел. Он может смотреть, просто не хочет. Вышел? Но он из списка сбоку пропал. А, ну может он просто, да, не показывает. У него же там интернет гуляющий. Может там выкинуть. По Wi-Fi сидит, что ли? Нет, просто он в старом доме, и где там включено куча народа. Ужас. Ну да. Я уже вспомнил себе выделенную линию 10 лет назад поставил. Ё-моё. Ну не выделенную, вот такой интернет, не по модему. Все, пока, Хадрон. А чё, Хадрон, все, спать? Ну, да, пора уже. Спокойной ночи. Кровати у нас есть, вон, Фанки тот же самый, Фума, но сейчас раскрыт, для раскрытия потенциала, что называется. Все еще интересно посмотреть, что он там на максимальном уровне покажет. Ну, у них можно поспрашивать основы. Не знаю, куда они делись. Но наймами у нас играют, не надо, в ГГ комьюнити в этом плане никогда никому не отказывает. Ну да, вот это вот реально. Я тут соглашусь, редко кто с наймами играет. Там бывает, когда если ты всаживаешься, и чуваки слезают, возможно, у них идут бои между собой, там, ФТ, да, которые они почему-то не вынесли в отдельную руму. Да, вот это меня тоже вымораживает, сидят чуваки, отдельно играют, но сядьте его в другую руму, закрытую, никто мешать не будет. Да. То есть, как бы не надо думать, что это именно с вами не хотят играть, они, скорее всего, просто ни с кем не хотят больше играть. Ну,
У меня самого такое бывает иногда, что я с кем-то играю так случайно. Нам ленился по этой день времени. Или как было там в релоуде, какое-то время модно было там выиграть. Моргарак, я с тобой поиграл, почему нет? Если меня выловить, то вообще без проблем. Если со мной еще договориться, так я вообще никуда не денусь. Ну тогда я вообще рад, когда новые люди приходят с ними поиграть, что-то это. Как новые люди, значит, комьюнити растет. Точно. Не в 5 человек же мы будем сидеть играть друг с другом. Ой-ой-ой, я вообще думал, что Руфус лидирует, а сейчас смотрю. Ну, сравнялись, нет. Сравнялись, да. 1-1. Вообще до этого Силвка бы вел так неплохо. Руфус отлично замиксапил за Фауста. За Фауста очень поразительно. Блин, какой-то Иварин начал трансляцию. СК2ТВ. Мы по времени обычно играем вечерком. В выходные можно и не вечерком. Я до конца месяца, до конца до праздников, я могу на самом деле утром иногда вывести. Сейчас мне вроде наладилось. Я по утрам более-менее могу. В пятницу, например, утром могу. До 10, до 11. А на чем человек играет, кстати? Да, смотря на чем человек еще играет. Ну, в принципе, да. Я могу и на ПК. Если я особенно разберусь, из-за чего у меня там FPS падать начинает. Может быть, там можно настройки поменьше. Сильно уж не наглеть. А то что-то... Чего? У меня FPS падает. А, PS4 вот человека только. Ну, PS4? Да. Да. Нормально. Нормально. Можно играть. У меня вон тоже PS4. Что, кто у нас победил-то в итоге? Победил у нас Син. Руфуса не пропустили так быстро. Так, кто там, Плаха пришел? Да. Да, второй номер. Син вот победил. Сейчас посмотрим. Плаха. Больной Плаха. С больными интернетами. Я помню, Плаха любил играть за Бриджит и летать по воздуху. Да. Он летал за экран, да. Как бы, с одной стороны, он троллил и наслаждался, с другой стороны, ему просто нравилось летать. Это здесь приятность полезна. Ну, там есть авиасимулятор, где можно полетать. Ну вот. Ой-ой-ой, ливнул кто-то. А у него, по-моему, с силом просто беда какая-то. Так, а он вообще, по-моему, из комнаты вылетел. Да я думаю, что у тебя Плаха не коннектит. Возможно, что-нибудь плохо и не поиграет с нами. С такими интернетами хорошими. Так, плохо, да. Чё, он даже не вернулся, по-моему, еще. Ну да. Ой, тут, наверное, в этом матчапе потемки он так тяжело. Зато у ребят сейчас должен быть отличный коннект. Они оба там из Урала. Так что у них один город. Так, Сосорис Екатеринбурга, Силф. Вроде бы Силф тоже Екатеринбург, да. Так что все, я бы стал города. Наверное, мэшит по вечерам между собой. Гости ходят, а тут. Кто-то я видел, создали после выхода на компе тоже какой-то город. Ну не город, а Тула. Тула растормошилась. Не растормошилась, один человек написал сообщение. В умершей теме. Ну, может, релиз, ну, пока подтянет народ. Надеюсь. Сейчас посмотрим, сейчас вот люди трудятся над тем, чтобы появился. Чтобы появилась лига полноценная. Посмотрим, как у них все получится. В смысле, где кнопка подписана на ГГ, не могу найти, что это значит. Подписаться на Good Game? А, на Good Game, господи. Я не знаю, ищите, господа. Видите, у меня вообще ничего не благоустроено, никаких кнопок там доната нет, вообще ничего. Я ленивая попка. Может быть, я давно миллион свой первый заработал. Но нет. Надо, чтобы кто-нибудь пришел и мне все сделал. Я буду ему гнать. Я чаем накормлю, напомню. А мы что-то надо вспомнить, что у нас там на стриме делали. Мы на стриме что-то на донат собирали, на хостинге, да нет, такие мелочи. Плаха хочет играть, но его интернета не позволяет. Не коннектит, да, говорит, интернет. Так, нокдаун, поел. Три кик или три панч, там просто у Акселя и у Сина два одинаковых удара есть. А наискосок там? Они делаются на разные кнопки у них. А у Сина, по-моему, на кик как раз, у Акселя на панч. Угу, 3p, ну он очень хорошо выкатит, кстати. Так, от ДП очень безопасно. Ну, если на грамотном расстоянии стоять.
Пык-пык-пык-пык. Два удара, 8 дырок. Люди думают, как подписаться. Так, а тем временем Сосори это чуть-чуть так раунд подсравнял. Нет. Получил копье. Штык. Ой-ой-ой. Угаруга. Ай-яй-яй, чип. Исилф чип, да, убивает Сосори. Так, сейчас мне, по-моему, там... Сосори, по-моему, у нас топ-1 по рейтингам. Кто он, топ-1? Да. Ну, у нас рейтинги такие вот. Я не знаю, сейчас, это было вот в августе. Такое. В ранкет матч? Или где? Ну, по версии файтинг.ру. В рейтингах. Это по каким чуть-то не понимаю. А кто же поучаствует в турнирах? Да, да. А. Ну понятно почему. Потому что у нас ни у кого больше не проводит турнир, а Урал очень в этом плане активный. Серьезно? Да. Ой, оно же в ключе было, теперь все. Ну вот у нас МКшники предлагают устроить ГГ в качестве главного ивента с МК турнир офлайновый в январе в конце. Вообще надо с выходом. Готовы ли ГГшники к этому? Хотят вообще они... надо бы с выходом ПК версии. Было бы полезно. Вообще посмотреть, кто присоединился, кто нет. Появились люди, не появились. А, ну да. Ну вот видишь, если кто-то на клавиатурах играет, то с ним будет проблема. Ты же на PS4 не можешь или на PS3? Не, я не могу, у меня только для PS3. А, на PS3 можешь, да? Ты на PS3 можешь проводить. Ну да. Так можешь же на ПК проводить, или не, будет очень плохо. ПК сложности свои. А МКшники ж, по-моему, на ПК проводили турнир. Ну. А, ну это МКшники, да. Поэтому. Можно, в теории. Ну, как практика показывает, не нужно лучше на консолях. Лучше пусть люди хорошим привыкают. Как бы играть-то дома можно о чем угодно, а тут просто главное, чтобы они девайс свои могли подключить. А я даже не знаю, есть ли там PS4 переходники на клавиатуру. Вот что, они вышли какие-то толковые? Ты не надо клавиатуру покупать за бешеные деньги. Зачем? Я купился клавиатуру за 300 рублей. Не, ну переходника если нет. Ну ты ее и не подключишь никак. Ты, конечно, можешь подключить USB клавиатуру без переходника, но он у тебя не будет. Игра ее видеть. Да, я понял. Тут я не знаю, не владею информацией. Вот, тем временем Силф на ЮРЦ подъезжает к Солу. Сол такой вниз даст ему. Поменял ему сторону, и вместо одного удара у него вышел другой. У него включился Брингер, и он за него греб. И уже Силф наелся, держит. Миксапчики делает, хочет добить уже в блок, уже свеклу делает. Ай-яй-яй. Там дырка, и Сол убегает. Сол. Тыкалка. Просто не сопротивлялся, но нет, тыкалка, да. Боже мой, Фогельсторн нас нашел здесь. А он тоже сегодня, да, играет? Да, конечно, нет, это швед. Ага. Как бы швед, я не против, чтобы он участвовал, в принципе, но он сейчас просто нашел нашу руму здесь. Мне надо вот... Будет... А, он уже ушел. Сам ушел. Силфкинг, да, с Силфкингом поздравляем с тем, что он поднялся в 5-й данный. Ах, он... Так, а у меня кто опять? А, 5. Глаз у нас получает минус 1 очко. И кто с тобой играет сейчас? Плохо? Ты Руфус? Руфус. Руфус вернулся. Да, я так и знал. Так, я опять чатик не слежу. Ну, я тоже. Да, Фоги на дан пришел. Да что такое? Мне нравится, что некоторые шведы постоянно француз один тусят в русских лобби, так забегают посмотреть, с кем поиграть, поиграют, уйдут. Фогельшторм, это, наверное, фамилия. Может быть. Какая чисто шведская. У него там видяшка есть, где ребенок играет на стике. Видимо, на его стике его ребенок. Угу.
так тараторит по клавишам, типа там. Подпись там что-то растет поколение. Смена. Ну он так, заведенный кролик, знаешь, что чуть-чуть по клавишам. Шустро-шустро выпасть. Что ж такое? Оп! Да не угадал. Ладно. Да что такое? Мне нравится, это в этой стойке у него приемы, удары. Они до удара появляются раньше времени спереди, а потом исчезают с задержкой. Это можно ударить. По воздуху просто бьешь и там в акцию попадаешь. Меня убил. Ой, ты мне под глазом играл, ну простите. Ты мой псевдоним. О, нее. Так. Эй, где ж ты? Я тебя плотно не вижу. Я самый первый. Так, а следующий бой у меня опасный, я могу... Я тебя плотно не вижу. Я самый первый в списке. Ты те данные смотришь? А, все, вижу. Я тебя в другом месте смотрю. Угу. Я через сайт оверкиловский же. О, Сосори у нас сейчас может вылететь. Да, народ, ищите там рупор везде на картинке. Рупор обычно означает подписаться. Usually. О, это самая карта движущаяся. Отлично. Это которая акселевская? Угу. А, да, а почему она плохая? Из-за того, что типа деталей много? Ну и то, что они двигаются вначале очень сильно. Как будто у тебя прям эти леса прям перед глазами. Вот когда она выезжает наружу, вроде бы ничего так еще. Плюс она по тому тесту, который скидывал Бобр, где нужно миллионы-миллионы метеоритов кинуть, и оно просаживаться начнет. Ну, я не думаю, что кто-то будет кидать миллионы метеоритов. Теперь из-за этого почти все играют на одной карте. Красная серия. Это красная, которая? Которая, на самом деле, ужасная, как по мне. Ну да, ты так глаза режет вообще. Ну по дизайну какая-то непонятная. Какие-то руки там что-то из... такие же красные. Она очень классно выглядит ревелаторе. Она такая, блин, такая... там дневная она стала. Очень такая симпатичная. Там море видно, там что-то светлое, такая красивая. Блин, хочу ревелатор. Такие красивые карты. И спецэффекты такие классные. Ну, немножко осталось. Запрещено. Бомбануло. Запрещена эпилептика, да, и руки, говорит, убрали. Так а чё, в чём прикол тогда этой карты, если там рук нету, денег нет. И вообще всё в помещении. Просто симпатично. Я просто не помню, помню Слэйера прикольная там карта. Ревелатор. Ой, да там все классные, на самом деле, там, по-моему, вообще все классные. Ну там прям такое вообще 3D, прям вообще Crysis уже. 4. Ой, так, схватил за первый Heavy Slash. Да, да, тем временем Сосори этого собрался, тоже... Собрался, не хочет полетать. Да. Не просто так. Вниз дуст. По ногам, ну, он давал. Ну-ка. Ой, черная дыра. Сейчас да, она сблизится максимально. Ой-ой-ой. Эх, любовь была недолгой. Отмазался Берстом. Потёмки вместо того, чтобы подождать немножко, полубаться, поблочить и схватить в конце свою обожаемую подругу, он махал зачем-то ударами. Слэйера самая true карта в ревелаторе пишет. Ну там, да, наверное. Там у Джека очень красиво, с водичкой, там с рыбкой. Ну нет, там реально все шедевральные. Просто мне Кайска это темная нравится. Где очень хорошо спецэффекты все видно. Там единственная спорная арена, по-моему. Она здесь не очень симпатична, как по мне, она и там тоже. Так где скриншоты с Accent Core'ом за ним? Арена? Да. Арена это как где турнирная карта такая. Ну где сзади видео еще крутится. А, да, 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 да. Такая она называю... зеленая, темная. Называю скриншоты с Accent Core. Вот она не так. Не всем нравится. Ну фиг знает. Щелбань пакеты, ёпта. А говорит. Тем временем что? А, все. Руфус. Руфус. Проходит дальше, а Сосори проходит ниже. Пошел к успеху, Руфус. Так, что у нас остается? Кому еще играть-то? Ну там я был. Блин, я все плашки не забываю менять. Боже, вы меня пинаете, ребят. Хорошо, я тебе напомню. Плашки. Плашки. А я не знаю, кто сейчас играет до сих пор. Сейчас посмотрим. Играю. Я и Глаз. А кто добавился из Эни Леникс? Да, Эни Леникс пришел. А, ночь. Да, он есть. Окей. А и что, он уже не успеет, наверное, сыграть, если я сейчас проиграю Глазу? Ну, тогда да. А что делать?
А у тебя минус один же, нет? Нет. А, да, ты... точно, точно же, да. Минус один. У вас глаза. Тогда помнят. Еще да. Тогда еще у меня есть шанс. И у него тоже. Give me a chance. Right here, right now. Так, собрались. О, музыка какая. Душа. А у меня выключена музыка. А, ну там Steel in the Dark. А, да, Steel in the Dark. Это эпик. Вот я говорил глазу, нельзя так прыгать на акции, мне там так на иконы писать. Сейчас ДП встал, а не встал. Ай, красавицу. Ай. Подсад, подсека, ДП, отлично. Ай-яй-яй. Ай, куда же я побежал-то? Я же не сбил Ганфлейм. Побежал, бегун. Марафонец нахрен. Ай-яй-яй. Ой, командир, ну хорошо делать, да, вообще? Ну да, вообще базару нет. Так, надо тебе хоть что-то уже пихнуть. Ренсенчику бы ему пихнуть. Сейчас ее отцешечки. Тихо-тихо, терпи, терпи. Главное, там ДП в лишний раз не нажми. Нажал. Ну ладно, молодец. И нажал вовремя. ДП лишний раз не нажмёт. Это был не лишний. Оп! Нет, не хочет. Я люблю Ренсен 3 раза запустить. Ой-ой-ой, это я зату... Ну это я очень самонадеянно. Mm-hmm. Так, Unflame обманул тебя. Ага, забрасбатил. Ой-ой-ой, что это было-то? Оп. О, давай-давай-давай-давай. А я думал, будет бёрстбейт. Да забей ты на бёрст, бей уже полностью. Не умеешь нормально бёрстбейт, это лучше не бёрстбейт вообще. А, не, я просто блочил. он ждал. Терять инициативу и дэмэдж с этой фигни вообще не надо. Ой-ой-ой, ну что ж ты. Самый медленный верхот в мире съел. Умер, ну ладно. И ничего, еще у нас третий раунд есть впереди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты. Оп. Там у нас чатики чипов обсуждают, а тем временем у нас глаз давит. Даст клуб схавал на половину. Ой-ой-ой, ну что ж ты сам себя рассветишь? Не надо лишь нажать. Смотри. Ресент. Что ж ты ресента не делаешь? А, у тебя нету йорца. Ты все тратишь на оборону. Гражданская оборона. Может не надо делать ФД-блок, не дать теншн, накопить его, а наоборот там инстаблочить, а потом пихнуть. Ой, я инстаблочу очень плохо. Надо начинать когда-то. Ты будешь играть сначала с ДП. Ладно, окей. Ну да, да, наверное. Но это не в этом бою. Видимо. Опять командочка. Все, сейчас домой чую. Домой пошел. Пошел домой. А, нет, не пошел, у меня минус 2. Минус 2. Да, минус 2. Мне еще не домой. Глазом 0. Сейчас Энни Леникс. У нас сегодня королева с букетом пришла первая. Уже 11:30, бог ты мой. Я боюсь, что мы 5 не будем даже начинать сегодня. Ну, я думаю, да. Такая еще кто-то пришел с 5. Вообще, странно, почему запустили так много данных сразу. Ну, я думаю, что быстро поскачем, что третий как всегда забьют. Uh-huh. На третьем меня приятно сидя поразили. Так что, да, 5 сегодня не будет. Гомен, ребята. А там люди с работы отпросились, там, на хороший интернет перешли. А, их не будет. Вообще пятый эпичный должен быть, поэтому их надо тоже в отдельный день проводить там. Ну да. Месте. Там уже такие ребята очень, очень серьезные все прям. О, глаз. Народ хороший. Ждет, говорит, с пятого не спит. А глаз тем временем лупит, в лобешник дал. Мне приказывают, такой мужик какой-то волосатый подходит к девочке в платье, просто из в лобешник. Еще разок.
Сегодня, да, глаз вообще человек-бросок. Мне твои кроличьи ушки не нравятся, так будто. Херак, короче. С зажигалкой такой, который размер шифонера. Иди готовь мне ужин, короче. Зажигалку, мне кажется, шифонера двери, не знаю. Креативный комбо от глаза несуществующий. Но они у него походят, самое что замечательно. А, я не знаю, в чем прикол делать ружье вот это с прицелом. На вейк, без гранаты. У него же какие-то преимущества есть. Вот он делает. Ну, вообще, если противник затупит и будет смотреть слишком долго в объектив, нож становится unblockable. Ну, unblockable, да. Ну, там сколько это ждать? Ну, он такая, уменьшается, он пытык, опять большой становится, значит, пора стрелять. Ну, просто тебе Эникс сделает, просто он что-то ему в блок делает, и все. Может, как последняя, конечно, надежда. Не проще там гранатку бросить, я просто не знаю. Вера в людей, да. Гога верит в людей, но Гога верит, что уже 12:30. А в том, что в Челябинске уже 2 часа ночи практически. Ведь в чате много анимешников. Ну да, это сейчас 18-я серия Guilty Gear. Пришли смотреть. Серии по 20 минут. Нет, авашки по 50. Застрелил. Смотри, кого он все-таки застрелил за ружье. Да. Расстрелял. Ребята, у нас огнестрельное оружие в Guilty Gear. Ой-ой-ой. Баланс сейфовый, да. Так, гранатка достав. Что-то Энил там такой поднялся, да? Ну да, молодец. Я помню еще маленьким его, когда он начинал. Как он еще в ударах ошибался. Сейчас он такой довольно-таки направленный. Не, я его помню только месяц последний. Может, кстати, кобочки классные, но не доделывают. Класс. Ну, смотри-ка, преимущество опять на его стороне. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ух ты, хитрец какой. Ну все. А, смотри, забертался, ну его забыть. Бейтик под глаза. Так. Глаз серьезно нацелен. О, ну смотри, ты как бы сейчас можешь прервать всю эту череду. Да. А он сейчас, получается, выйдет, да, уже? Да. Глаз. Не, у него сейчас один. Один, да. А может не один. Быть. У меня сейчас вообще выбора нет. Сейчас, если я проиграю, да. То не всем-то кончится. Ну, мы можем тогда тоже дать ему как выйти. Ну да, или еще один бой там, да. Попробуем. Да ты давай на другой нацеливайся. Да, поэтому Денисен будет интересный. Как, я же не вышел следующий, да. Как что-то как самый красивый мужчина в ГГ комьюнити не вышел. Кстати, следующий, да. Вообще. Там зрители какие-то. Там равен, конечно, правда, у нас есть. В смысле? Метроксуальный красавец. Красивший. У него борода есть, это не борода. Да что ж ты? Он моден с 2011 года. Да ладно, дождался. Ай-яй-яй-яй-яй, он меня поймал. Это вот в углу у Аксель вообще-то. Просто ой, плакать. Наконец-то, нет запоров. Это наши соло, все любят пишут пароль в самых интересных местах. Да, я так и знал, кик сувал ему туда. Знал же. Знал. Все, сейчас будет смерть, знал. И... Знание не является силой, если не применяется на практике. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, ладно. Оба начали сансейва. Народ, как бы, я могу спросить у пятых данных, но дело в том, что мне тоже надо спать иногда. Их там уже вставать не сидит на заря. Ай-яй-яй, глубокий слэш. То есть я предлагаю все-таки пятые оставить данные. Да что ж. На более, может быть, выходные мы проведем их в субботу. Фидот, стрелец, человек-бросок. Дни рождения не будет. Я думаю, в пятницу, ой, в субботу можно будет устроить. Для пятых данов. И какие-нибудь ФТшечки, например. Ай-яй-яй, я думал, что с броском опять со своим побежит. Ладно, завейкаем его. Отлично, так. О, вот это я люблю. Так, сейчас кастрики пойдут. Раскомандовались тут у меня с чатиком. Че, они хотят дальше? Да, вообще офигеть. Ну, это я зря такое сделал. Ладно, я думал, там будет... Он дернулся, думал, будет фафнир. Эх. Да, все, возвращаюсь я домой. В теплые, уютные третьи даны. Третий дан. Ну, я еще вернусь. Ну, давайте дадим глазу. Да, пускай он, может, выйдет вперед сейчас. Ну, все, к концу подходит все равно эти бои. Энил, давай. Дерзай. Конечно. Да, недолго погостил. Да, ну что делать, надо было раньше приходить. Ну это хоть посмотрел, как что-то у них тут. А, ты про себя? Да, ты да, да.
Хоть посмотрел, как тут у вас в четвертом дане. Второй бой. Ноги протер. Чай выпил. Че еще я ложки серебряные еще с собой тащил домой. Правильно, тапочки одноразовые. Тапочки, да. Бусы там, цепочку утащил. А, я же забыл, надо было дастов побольше. Сначала он заблочит даст, потом и родину продаст. Угу. Эти релодовские поговорчики. Интересно, релод, наверное, окончательно же умер. Ох. Тортег. А высокий данок, чипы есть. Есть. Ну, я, например, есть. Я в шестом дане. Пока мне не удастся поиграть. Я могу поиграть вне Донисена. В следующий раз, говорю, опять. Я думаю, мы не будем так много данов устраивать. Просто устроим какой-нибудь там пятый, один. И ФТшечки сильных игроков. А там же какой-то еще поиск игроков или что-то есть на файтинг.ру, что ли? Кто-то может искать. А, поиск игроков. Да, поиск соперников, да. Честно говоря, я им не владею. Ну, есть, да. Я бы старался, там, прикреплял. Вот опять, сейчас... по-моему, те, кто зарегистрировался, опять же, на файтинг.ру, там себя занес в этот список. Такая есть же этот PSN, Steam там все и находятся. Ну да. Публика подобавлялась, друзья. Оп-оп. Глаз очень как-то уверен. Разошелся, да, разошелся. Нок у нас обязательно будет. Он проявлял желание поиграть. Я пока брат такой возможности не давал с собой. Че, бросок будет? Не будет. Но мы должны обязательно поиграть в следующий раз. Начнем с пятых данных сразу. Оп. ДПшечка. Вездесущий. Ох, же грандовые спрейсы. Ну, катается на них налево и направо наша невестка. С ружьями гранатами. Ну, Энил, не сдается, не сдается. За последнюю кроху бился, но получил сапог по пятке. И умер. Девочку убили за то, что ее дали сапогом по пятке. Да. И на этой замечательной ноте мы сегодня закончим. Сейчас я только всем поставлю, что Энил у нас остался в четвертых данных. Не успел убираться. А Глаз у нас перенесся в пятый, и в следующий раз, я надеюсь, он примет участие с нами. Поблагодарим всех и поздравим. Я в руны уже остаюсь как зритель. А, погодите, а че? Фума что-то хочет. А, Фума же хотел играть, но... Ну, я думаю, да. Уже все, извиняй, Фум. Ты Глаза пропустил как хозяина. У нас людей не осталось, к сожалению. Да, ему играть не с кем. Меня нету. Да. Фума тоже бедный у нас без интернета, как и плохо живет в хорошем городе, где есть кем играть. Ой, сейчас, секунду. Ой, алло. Угу. Ну, я думаю, пора... Да, алло. Ты с кем, с телефоном говоришь? Вы сейчас сбросили меня. Ой. Ну да, не получится сегодня. Угу. Бедному поиграть, парню. А, да, давайте все тогда... Вот, мы сегодня наиграли в 3-4 даны, до пятых не дошли, но у нас прибавилось народу, и теперь у нас там аж 9 человек. Всем спасибо большое. Да, спасибо, Спади. Ох, как весело с тобой комментировать, мне очень нравится. Да, прямо баба боржались, да. Да, нормально как-то. Да не, а все нормально, короче, конечно, хорошо, да, рад буду комментировать. Вот, да, ждем новостей. Street Fighter, кстати, начинается у нас послезавтра уже бета-тестирование Street Fighter, открытые на 3 дня. Поучаствуйте, у кого есть PlayStation 4 или ПК со Steam. По ГГ у нас намечается вообще куча всего. По ГГ вам не дадут продохнуть. У нас сейчас мало того, что донесены идут по всем уровням. Там 3 стримера этим занимаются. Сейчас еще 4-й прибавится на ПК. На ПК, я думаю, аншлаг должен быть. Надеюсь, нас не подведут арки, они все-таки исправят основные проблемы. Ну или будем решать сами. Ну и сами подтягивайтесь, играть вот в ПК, в PS-версию сейчас, по-моему, на всех человеческих платформах. Можно даже сделать так, если вам вы купили на ПК там по дешевке, да, или скачали там пиратку, поиграли, лучше там за 400 рублей там хотя онлайн надо проверить, потому что без онлайна, честно говоря, оно грустно очень. Вот, попробовали, вам понравилось, то приходите к нам на Соньку. Это нам все равно PlayStation 4, а всегда будет выходить игра раньше. Здесь самый серьезный компетишн. Даже на PlayStation 3 будет еще выходить следующая часть. На PlayStation 3 будет выходить. PlayStation 3 сейчас можно по дешевке надыбать. Так что...
Да, переходите на PlayStation, потому что это актуальная дисциплина, по ней проводятся турниры в офлайне. Надеюсь, мы их возобновим все-таки когда-нибудь. Ну вот, например, на Урале проводится регулярно. И, в общем, давайте вливайтесь в комьюнити. Я всегда рада новичкам. Вот у нас, видите, какой мягкий, нежный голос Спади. Вы его еще не видели вживую. Он еще мягче и нежнее. Вот, и такие ребята вас будут окружать постоянно. Так, отвечу на вопрос. Человек просит перед уходом комбо из 32-го челленджа. В принципе, комбо, как я считаю, нужно учить все. Хотя бы пробовать челлендж. Это очень четко стимпуты ставит. Ну, вот как я считаю. Может, ее ты применять там не будешь. Но вот пройти в челлендж или хотя бы там более-менее стабильно делать, это особенно, если ты начинаешь, то прочувствовать инпут дает большую возможность. Вот, это мое мнение. Окей. Все, услышали. Ханза говорит, дайте кому-то провести пятый данное место. Почему я должен давать кому-то провести данное место себя? Скажите мне. Мне просто интересно. Я говорю, я сам в ближайшее время готов в субботу, в воскресенье провести их. Полноценненько. Кто на ПК главный, на ПК непонятно, кто там главный. Посмотрите, там рейтинги, может, какие-то есть. Гейб Ньюэлл пока главный. Гейб Ньюэлл главный, да. А вообще там пока непонятно. Ну там не все люди с PlayStation купили ПК, не все там играют, но кто-то играет. А на ПК, кстати, если говорить о главном, в Ранкет как-то мало играют, все играют в плеер-матче, там Ранкет не Ранкет там вообще не играбельный. Да, поэтому... Не наработать их, не понять. Вот. А Данисен еще не проводился на ПК. Данисен еще не проводился, и кто там крутой, вот так вот, в реалиях наших СССРшных, мы узнаем. В ближайшее время там ребята активно ведут работу, чтобы это все устроить вам, чтобы вы могли принять участие. И все. Всякие турниры, все это сейчас начнем проводить на ПК. На Соньке они и так проводятся иногда. Так что все. Сейчас еще патчик под ПК выйдет, патчик, там. Поправят все вот эти косички. Ну, сможете все там на делит ставить прыжок. Все, что захотите. Будет стримить. Там человек, во-первых, уже написал в темке на Fighting.ru. Вон там слева у меня эмблемка есть. Заходите на Fighting.ru, форум, и там лазайте, ищите. Да, на самом деле, конечно, лучше действительно с Fighting.ru все это мониторить, там люди пишут. Там есть в отделе лиги, и лиги они, по-моему, называются, турниры. Но там есть Денисен народный. И там вот пишут последнюю информацию самую. И там вот человек отписался, что он будет заниматься ПК-версией, он мне написал уже, там, какие-то вопросы со мной разрешает. Ну, в общем-то, как-то эта вещь довольно открытая, тут есть какие-то минимальные условия, и все. Если они выполняются, дальше делай как хочешь. Вот, и человек, в общем, готов уже все предоставить. Будет ли YouTube запись? Мне глаз уже название. Так я скинул вон тему в чат, пусть вот люди заходят. Ты, кстати, в чат скинь, а YouTube ты не кидал мой туда случайно? Нет, твой YouTube я туда случайно. Я же постоянно перезаливаю последние там пару месяцев. Все донесены. Так, куда на СК2 кидать? Или куда видео писали-то? А я кинул в Twitch, он в СК2 скопировался этот на Fighting.ru. А тут не знаю. Сейчас мой канал я кину. Видео. Так. И это все на Good Game сейчас кину и на СК2 ТВ. Не могу на Твиче очень делать. Так, мы сейчас что-то орать может начать. В общем, сейчас я скину ссылочку на YouTube канал. Это запись сегодняшнего стрима. Я думаю, залью завтра вечером. В пятницу он будет готов уже на канале. Как-то так. Так, где я зарегистрирован, надеюсь, меня ничего не выкинул нигде. Вот, я везде покидал, где хотел, где мог. Так что, все, на все вопросы ответили. Ну, там вроде да, все, люди успокоились. В общем, пускай приходят, смотрят, играют. Да, так что вот, всех любим, ждем. У нас сегодня, на самом деле, аншлаг был по народу. Это, видимо, благодаря ПК-версии вышедшей. Благодаря тому, что у нас есть и Джек Вулф, который проводит, и там с компанией проводит турнир для первых данов постоянно. Очень красиво оформляет темки на файтинг.ру. И вот, вообще, всем игрокам спасибо. ГГ развивается, не тухнет. Мы еще не достигли, конечно, тех небывалых высот. На самом деле, ГГ, на удивление, более популярная дисциплина, чем СФ, например. Вот СФ Street Fighter, да, очень популярный, а у нас в России он не очень популярный. По крайней мере, по количеству турниров, если по количеству участников судить, по нашим активностям на МФА и так далее, то СФ по сравнению с ГГ у нас нифига не популярен. ГГ у нас популярнее, чем в Европе ГГ, например, в России.
тоже. Мы в этом плане молодцы. Ну ничего себе. Что это родина у нас. Еще чуть-чуть и будет наравне там с Mortal Kombat и с Tekken. Tekken, наоборот, немножко протух. Вот Mortal Kombat у нас сейчас на высоте. И по ГГ можем когда-нибудь комьюнити разрасти до таких же масштабов. Ну, уже такое, знаешь, у нас грамотное, красивое комьюнити будет там, где все друг друга знают. Да, уже десятилетние, наверное. Да, даже больше. Просто не такое разрозненное, где мы там, каждый МКшник там готов друг другу морду бить, там, каждый обижается на что-то. А тут ребята друг друга все знают, там, поведение знают, правила все знают. Вообще любовь, процветание. Ну ладно, все, мы задержались. Все, да, спасибо всем еще раз. Всем спасибо, да, всем пока. Всех любим. Все, пока.